Окей, подмешаю вот этого цвета. Она занята. Это мой шанс. Яблочко смотрится так аппетитно. Наверное, оно очень сочное и сладкое. А? Что такое? Почему она держит яблоко? Она меня раскусила! Мы попали в челлендж. Ну и что дальше? Эй, привет. Как дела? Мы так давно не разговаривали. Пожалуй, займусь пока маникюром. А? Наконец-то. Что-то происходит. Гляди. Тут явно не обошлось без инопланетян. Круто. Это просто супер. Не терпится узнать, что будет дальше. Постойте, мне выпало без рук? Да ладно, это нечестно. У меня одной рукой, и мне это вполне подходит. Итак, начнем рисовать маленького пришельца. Вот его голова. Теперь займемся туловищем. Какой же гуманоид без рук? Вот одна и вторая. И не забудем про зеленые ножки. Вот так. Добавим деталей. Нарисуем большие продолговатые глаза, а также маленький нос и рот. А сейчас заставим его двигаться. Ух, кажется, ей легко рисовать одной рукой. Ничего себе! Здесь настоящий пришелец рядом со мной. Он что-то делает с моей тарелкой и маркером. Посмотрим. Похоже, он нарисовал автопортрет. Эй, мистер гуманоид, зацените, что у меня тут. Видите, он танцует, если всколыхнуть воду. У него такие зачетные движения. Ну как, разве не здорово? Да, ему понравилось. Вау, крутой космический торт! Ого, он поставил его рядом со мной, похоже, это мне. Вот, а это вам. Это лучший торт в моей жизни. Ей достался торт, а мне? Ничего. Разве что это инопланетная мазня. Эй, как насчет моей тарелки? Разве тебе не нужно это? Может, в обмен на тортик? Нет, поверить не могу. Ты же сам это нарисовал. Просто невероятно. Смотрится чудесно. Ну, приступим. Неземное наслаждение. Я так рада, что выиграла этот раунд. Мои любимые, такие вкусные. Мне очень нравятся конфеты со вкусом тропических фруктов. Секунду, есть идея. Высыплю немного из пакета. Такие яркие, красивые, особенно розовые. Теперь разложим их по цвету. Начнем с синих. А теперь розовые. Готово. Время для магии. Да, сработало. Получился настоящий поп-ит. Ну, поехали. Эй, что такое? Чем ты занимаешься? Это ведь челлендж по рисованию? О, точно, я забыла. Слишком увлеклась поп-итом. Да, в этот раз я могу пользоваться руками. Повезло мне. Но сначала еще поиграю. На самом деле он мне нужен для рисунка. Начну с этой краски. Окей, покрашу поп-ит изнутри кисточкой. Не терпится увидеть конечный результат. Хорошо, теперь сделаем то же с оранжевым рядом. Готово. Ну, теперь попробуем. Переворачиваем поп-ит на лист бумаги. И нажимаем. Красный, красный, может быть здесь голубой. Вау, интересный способ рисовать двумя руками. Ага, придумала, что мне делать. Давай, носик. Ты мне заменишь кисточку. О, краска холодноватая. Нанесем пятна краски на бумагу, используя нос. Выходит неплохо. Пора сменить цвет. Вот так я нарисовала поп-ит собственным носом. Да, у меня тоже готово. Разве не классно? Гляди, какие у меня безупречные ряды. Не то, что у тебя. Вау, опять волшебство. Печеньки в стиле поп-ит. Не откажусь. Ух ты. Это безумно вкусно. Вкуснятина. Откушу еще кусочек. О, ты тоже это видишь? О, в этот раз нам достались коробки. Я возьму эту. Ничего себе, смотри, что в моей баллончике с краской. Интересно, что у меня? По звуку не угадаешь, надо открыть. Вау, целая коробка новеньких цветных карандашей. Красота! О, смотри, еще одна коробочка. Как думаешь, что внутри? Есть только один способ узнать. Ха, этого я не ожидала. Это мармеладный глаз, совсем как настоящий. Ладно, тут не до брезгливости, я хочу есть. Очень даже вкусно, мне нравится. Такой прикольный, жаль, что только один. Эй, гляди, в этот раз мы обе можем использовать руки. Отлично, я надела перчатки, готова творить. Начну с голубой краски в середине листа. Дальше использую стакан как трафарет для белой краски. Вот, теперь у нас идеальный голубой круг. Берем тарелку и кладем ее кверху дном на бумагу. Пора использовать баллончик с черной краской.
Окей, добавим черного в середине для зрачка, потому что это будет глаз. Я готова рисовать карандашами одной рукой. Приступим, я тоже нарисую глаза одной правой. Пока ничего сложного. И думаю, все готово. Та-да! Получилось маленькое радостное личико. Вау, как тебе это удалось? Мой миленький глазик, правда он великолепен. Ничего себе, магия превратила мой рисунок в еще одну мармеладку. Только это огромное. Что такое, да ладно, можно мне попробовать? О, нет уж, это мое. А сейчас, извини, мне пора заняться моим лакомством. А, ну и жадина. Хотя вообще-то я тоже не поделилась с ней тортом. Вау, что происходит? А, еще один? Им нет конца. Это лист бумаги. О, что-то происходит. Опять волшебство. Гляди, это рожок с мороженым, как мило. Прямо слюнки текут, мне бы настоящего мороженого. О, надо же. Эй, что это там? Думаю, будет круто. О, снова без рук, облом. Ладно, у меня есть одна рука и кисточка. Окунаем ее в краску. Начнем с красной. Раскрашу это мороженое, будет так здорово. Делаем точки разных цветов, вот так. Красный, желтый, синий и много белого. А теперь нужна вода, чтобы краски смешались. О, кажется, она знает, что делает. Надо и мне поторопиться. Ничего не остается, кроме как использовать рот. Да, у меня точно получится. Хорошо, начинаем добавлять пятна на бумагу. Теперь мне нужен вот этот цвет. И, наверное, еще вот так. О нет, вышло ужасно. Ну что ж, вот что у меня получилось. Та-да! По крайней мере, мой рисунок очень красочный. Я тоже закончила с мороженым. Вуаля! Техника смешивания цветов отлично сработала. Ух ты, рисунок превратился в настоящее мороженое, как мы и хотели! Оно очень похоже на то, что я нарисовала. Ну, попробуем. Надеюсь, будет вкусно. Еще как вкусно. Думаю, тебе сейчас очень завидно. Как по-твоему, что выпадет на этот раз? Не терпится узнать. О боже! Гляди, это миленькая лягушка. Так чудесно скачет и квакает. Я с удовольствием нарисую что-нибудь на тему лягушек. Да, я тоже. Обожаю лягушек и головастиков. Подготовим бумагу? Ура! На этот раз две руки! А у тебя снова одна. Думаю, здесь пригодится маркер с тонким кончиком. Для начала рисуем как бы две половины сердечка и соединим их внизу, а теперь аркой вверху. Зацените эти маленькие пальчики, такая прелесть! Глаза нарисовала, теперь займемся раскраской. Тут нужен зеленый цвет, разумеется, это ведь солидный лягушонок. Ха, используем обе руки по полной. Так мне удастся закончить все в два раза быстрее. Отличная задумка, все идет как надо. Она права насчет маленьких пальчиков. Очаровательно! Вот так, рисунок готов. Пора все раскрасить. Получается очень легко и быстро. Пусть и не так аккуратно, надо работать быстрее. Вау, откуда этот дым? А, что такое? Как ты смогла устроить пожар? Ну, похоже, конец моей лягушачьей картинки. Наверное, я красила слишком быстро. А вот моя картинка не сгорела, смотри. Разве не прелесть? О, что это? Мармеладная лягушка! Она выпрыгнула из моей волшебной картинки. Попробуем потрясти. Трясем, трясем, трясем. Вау, сколько мармеладок. О, да чего вкусно пахнет. Прямо как свежая дыня. Не могу больше ждать, откушу немного. Ух ты, бесподобно. Я так люблю мармеладки. Постой, что ты делаешь? Может, сбавишь обороты? Нет, я готова есть эти штуки весь день. Не спать. А! Наконец-то перемена. Мне нужно как-нибудь взбодриться. Ха! Обхохочешься! Ты должна это увидеть. Ну да, этот парень странный. Ха! Упс! Это отвратительно. Я сейчас ее уберу. Как же мне ее оторвать? Плохая идея. Мой пупит подойдет. Вначале надо кое-что сделать. Вырежем сердечко. Откроем тетрадь.
Нанесем горячий клей на обложку внутри. Со всех сторон по краям. Вот так. Положим красивую бумагу сверху. Закроем тетрадь. Теперь последний шаг. Нанесем побольше клея на сердечко. И положим Pop-It сверху. Да! Мэтт, это твоя новая тетрадь. Можно нажать. Это весело! Спасибо! Пора подкрепиться. А где вся еда? Может быть, здесь что-то есть? Полная банка ничего. Бинго! Как раз то, что я искал. Только для меня. Здесь только фантики? Облом. Здесь такой беспорядок. Вещи лежат непонятно где. У тебя аллергия на уборку? О, закончились. Я поделюсь с тобой секретом. Догадался? Положите Pop-It, насыпьте сахар в каждое отверстие. Возьмем пищевые краски. Симпатично, да? Продолжаем. Теперь другой цвет. Окрасим каждый ряд в новый цвет. Теперь почти готово. Нагреем и заморозим. Теперь они застыли. Домашние конфетки. Не спеши. Их можно выдавливать вот так. Попробуй. Спасибо. Очень вкусно. Теперь время уборки. Я совсем не против. Я у тебя в долгу. Да, быстрей, давай. Это что там, телефон? Не на уроке. Он даже на меня не смотрит. Эй! Знаю, нельзя. Я же выигрывала. Это совсем не то. Что мне теперь? Сесть за уроки? Стоп! Да! Чик-чик! Да! А это что? Почти! Та-да! Теперь попробуй поймать меня. Она это серьезно? Это просто Pop-It. Он не запрещен. Сейчас посмотрим. Всегда сам хотел попробовать. А мне нравится. Все в порядке. Я выиграю. Над чем ты здесь работаешь? Не знаю. По-моему, нужно что-то другое вот здесь. А! Что вы делаете? Это мой рисунок. Мне не нужны рыбки. Чепуха. Этот рисунок определенно нуждается в рыбках. Вот, ты это заслужил. Неужели? Что ж, тогда получай. О, ну все, как насчет розового? Хорошо, а вот тебе зеленого. Привет от Гринча. Ты достал уже. Сначала вот с этим справься. Ха-ха-ха. О боже, что здесь творится? Ну, держитесь. Вы оба заслужили челлендж. Быстро в ящик. Нет. Спасайся, кто может. Мы застряли в ящике с красками. Заняться тут нечем, верно? Да, но тут можно отдохнуть и как следует перекусить. О, что происходит? Директриса пришла. Итак, слушайте внимательно. Мне нужен вот такой чехол для телефона. Понятно. Вот я вам даже шаблоны принесла. Телефонные чехлы? Вау, звучит очень скучно. Но я точно выиграю этот челлендж. Посмотрим. У меня уже есть крутая задумка. Да, как всегда, здесь помогут сладости. Разложим конфеты поверх шаблона. Нужно разместить все красиво и ровно. Окей, теперь заполним всю форму телефона. Вот это я понимаю. Что ж, ты здесь не один такой умный. Эта мини-скалка поможет мне победить. Хе, разве не круто? Теперь мне нужны краски.
добавлю несколько оранжевых точек на свой валик. Сделаем одну ровную линию, а затем займемся другими цветами. О, какой яркий оттенок синего! Чудесно! Думаю, это мой любимый цвет. Окей, точки нанесены, можно начинать. Ага, зацените, все сработало на отлично. Эй, мисс директриса, у меня все готово. А? О, ну да, твоя работа. Посмотрим. Неплохо, неплохо. Я вижу, что ты хотела передать. Прекрасно. А что у тебя? Вот, пожалуйста. Думаю, вы будете в восторге. О, гадство. Я такой глупый. Не могу поверить, что я это сделал. У меня реально получалось, честно. Окей, я тебе верю. Но побеждаешь не ты, а она. Ого, так приз-телефон? Отпад. Спасибо большое. Плюс теперь я могу играть с чехлом Поп-Итом. А еще я могу заказать пиццу. Да, одну большую, пожалуйста. О, так быстро! Отличный сервис! Да! Время вкусной пиццы! Я реально проголодалась! О, минутку! Он все еще переживает! Эй, я заказала пиццу! Хочешь, съедим ее вместе? О, конечно! Спасибо! Как бы получше обвести? О, боже! У меня все зубы в помаде! Может, попробовать этот ракурс? Хорошо, да. Теперь я могу закончить этот рисунок. Та-да! Вот так. Я закончила рисунок директрисы. Вот как нужно рисовать портреты. Видишь? Мой челлендж для тебя. Раскрасить это. Что ж, в таком случае нам нужен макияж. Вот, ты тоже держи. Отлично. Макияж на месте и готов к работе. С чего бы мне начать? О, вот с этого. Я большой фанат яркой помады. Она сейчас в тренде. Розовый такой красивый. Класс! А теперь голубой. Вот так, займемся глазами. Вау, голубой макияж с блестками. Не забудем румяна. Я хочу подчеркнуть эти чудесные скулы. Волосам тоже надо добавить цвета. Фиолетовый, это просто супер. Вот бы мне такие волосы. А еще я добавила веснушек, потому что они милые. Та-да! Я закончила раскрашивать портрет. Я тоже закончил. Мэм, мы уже готовы. Ох, ну и макияж ты выбрал. Не хочу смотреть. О, мне очень нравится твой вариант. Так красиво. Та-да! Ты получаешь еще один приз. Да, обожаю новую косметику. Не терпится попробовать. А? Эй, секунду. Это не макияж, это белый шоколад. Что? Но, как же мой рисунок? По-моему, она тут настоящая красотка. Ну, по крайней мере, мне нравится. Ничего себе! Ты реально превратился в клоуна! Что? А-а-а! Я выгляжу как клоун! Итак, вот ваше следующее задание. Рожок с мороженым? С этим я справлюсь. Пора использовать мои творческие навыки. Я нарисовала очертания, теперь займемся деталями. Вот так, очень мило и весело. Теперь начнем красить. Сделаю что-то необычное. Окей, надеюсь, получится как надо. Начнем с голубого, а затем фиолетовый. Осторожно вокруг глаз. И завершим розовым. То, что надо. Отлично, вышел классный рожок с мороженым. Так, с самим рожком тоже нужно поработать. Нельзя, чтобы он вышел скучным. Думаю, желтый добавит яркого контраста. О, как у него такое получилось? Невероятно. Надо проверить перспективу. Да, хорошо. Мне нужно сделать что-то не менее крутое. Так, посмотрим. О, это то, что мне нужно. Извини. Привет. Можно это одолжить? Я тебя не знаю, так что нет. Но мне очень-очень нужно. Ты что? Это мое. Отдай и иди отсюда. Я очень извиняюсь. Ладно, начнем работу. Использую этот красивый скотч, чтобы закрепить рожок. Думаю, мне нужно еще. Добавим вот здесь. Готово. Теперь будет держаться. Идеально. Мэм, я готова показать свое творение. О, так быстро. Интересно. О, это можно назвать искусством? Нет, я так не думаю. Эй, покажи-ка, что у тебя. О, это гораздо лучше. Очень мило и красочно. Вот твоя награда. О, круто! Я как раз проголодался. Я так люблю мороженое. О, такое холодное. Постой, что такое? Помогите! Я замерз! А? Что с тобой произошло? О, наверное, мороженое было очень холодным. Упс, ничего себе! О, надеюсь, он в порядке.
Окей, я упаковала все свои вещи. Осталось лишь надеть шляпу. Аривуар! Всего хорошего! Я уезжаю. О, вот бы мне быть на ее месте. Было бы так здорово. Позагорать бы на пляже с тропическим коктейлем. Эй, тропические ветра такие сильные. Да. Эй, эй! Ты опять в мечтах? Что ты себе представила? Отдых на пляже с теплым песочком и приятным ветерком. О, вау! Это натолкнуло меня на одну идею. Нанесу немного краски на этот нож для масла. Теперь проведем вот так. И еще раз. И еще. Хорошо. Скоро результат станет заметен. Добавим немножко зеленой краски на ватную палочку. Нарисую дугу и добавлю маленькие мазки сверху. Не забудем про нижнюю часть. Вуаля! Идеальные пальмы. Окей, мой тропический рай готов. По-моему, очень хорошо. Ух ты, прекрасно. Совсем как в моем воображении. Хотя, думаю, чего-то не хватает. Давно я не рисовала пальцами. Оказывается, пальцы помнят. Вот, отлично. О, директриса вернулась из отпуска. Мы сделали этот рисунок вместе. Вы рисовали вдвоем? Это замечательно. Поздравляю, вы оба победители. Ого, небольшой сувенир с нашего тропического острова. Хорошая работа. И ты тоже молодец. Можно воды? Для тебя что угодно, Джейк. Он захотел пить? Вот так, большой стакан с холодной водой. Здесь так душно. Включи кондиционер. Ага, окей. Сэндвич мне не сделаешь? А, теперь холодно. Выключи кондиционер. А, не люблю, когда мной командуют. Пора его проучить. Эй! Насыплю как следует. Эй, газировки принеси. О, а разве ты не опаздываешь на уроки? О, спасибо, что напомнила. Ох, мне никогда от этого не отмыться. Дам глазам отдохнуть минутку. Привет, мистер Маркер. Отлично. Что там творится в твоей голове? Спим и видим сны? Тогда время для небольшого розыгрыша. О, не просыпайся. Полежи спокойно. Ага, ее ладошка. Как раз то, что нужно. Есть идея. Устроим ей веселенькое пробуждение. Пожалуй, достаточно. Клей сделает рану еще убедительнее. Идеально. О, картошка. Кстати, вот еще способ добавить реализма. Помажем кетчупом. Ха-ха-ха. Выйдет эпичный розыгрыш. Что такое? Мой палец! Что со мной произошло? Это не смешно, Джейк. О, у меня рана.
А? Постой-ка. Джейк? А? Фух. Ну ладно, я больше не злюсь. Вообще-то прикол был классный. Думаю, все готово. Хочу, чтобы вечеринка была идеальной. Минуточку, так дело не пойдет. Но это легко исправить. Поставим кексы сюда. Распрямим это вот так. Ну и как теперь? Все равно не очень. Эй, Лили, смотрится классно. О, нет, Микки, не садись. А? Нет! Упс, нехороший звук. Почему подо мной так мягко? О, я села на кексы. Вроде на вид ничего. Упс. Но не беда, я смогу все исправить. Куда она пошла? Видишь, я же сказала, что я... Вау! О, за меня не волнуйся, спасай кексы. О, нет. Дождь из кексов. Ты в порядке? Микки? Это было не по плану. Мне так жаль, Лили. Я просто хотела помочь. Почему со мной вечно одно и то же? Вечеринка испорчена. Я не нарочно. Постой, есть крутая идея. Возьмем формочки для мороженого, положим кусочки кексов в формочки. Получится радужный эффект. Надо их все как следует утрамбовать. Смотрится неплохо. Теперь вставляем палочки от мороженого и окунаем в горячий шоколад. Теперь дадим шоколаду застыть. И добавим украшений, тоже из шоколада. Просто нанесем сверху, вот так. Используем шоколад разных цветов. Потрясающе! Сделаем тоже с белым шоколадом. Смотри, что у меня! Вау! Они смотрятся аппетитно! Очень впечатляет Микки. Ого! Да чего вкусно! Я хочу еще! Эй, Пенни, смотри! Что? В чем дело? А, это мои любимые джинсы. Как неловко. Привет! Нет, меня это не интересует. А я думала, покупатель. Никому не интересен мой шоколад. Эй, давай сюда! Бра! Но ведь все любят шоколад. Что я делаю не так? Мне никогда не заработать на щенка. Как мне быть теперь? Что ж, прощай, чудесная мечта. Приземлилась жестковато. Ну хорошо. О, привет, Лили. Почему ты грустишь? Никто не покупает твой шоколад? Я уже все испробовала. Оу, у меня есть идея. Идем со мной. Вау, это безопасно? Куда мы летим? Вон в тот замок. Добро пожаловать на мою кухню. Вау, здесь столько конфет. Это так классно. Давай приготовим чудесный шоколад. Это решит все твои проблемы. Сперва берем формочку. Нарисуем в ней шоколадом сердечко. Да чего мило. Нарисуем еще. Но используем разный шоколад, чтобы было красиво. Теперь зальем все вот так. Этот фиолетовый шоколад такой яркий. Наполним форму до краев. И дадим шоколаду застыть. Ну вот, можно вынимать десерт из формы. Готово. Замечательно, правда? Вау, спасибо огромное. Выглядит изумительно. Желаю удачной торговли. Это точно сработает. Подходите, покупайте. Я первый пришел. Не волнуйтесь, на всех хватит. Отлично получилось. Ого, только посмотрите. Теперь я смогу купить собаку. Спасибо моей фее крестной. Ты такой милый и пушистый. Какой скучный урок. Минуточку. Давным-давно жила-была принцесса. О, как это интересно. Эй, повеселимся? Давай. Папет. О, да, я люблю жвачку папет. Ну, поехали. Вкусная. Ого, вот это пузырь.
Самый большой из всех, что я видел. Ты, наверное, побила мировой рекорд. Нет! Класс, попыты! Лучше, чем любой из роков. И жили они долго и счастливо. Вот это поворот. Он ничего не заметил. Поверить не могу, что сегодня выпускной. Я волнуюсь. Еще пара финальных штрихов к моему наряду. Я как миска с фруктами. Точно нет. Как будто я надела бабушкины шторы. Нет. Вечер испорчен. У меня нету подходящих сережек. Что же мне делать? Пушистик, что ты сделал с моим попытом? Он порван. Постойте. Это может сработать. Я разрежу попыт. Надену на проволоку. И повторю то же самое со вторым кусочком. Сережки попыт. Отлично выглядит. Я стану королевой бала. О, Пушистик. Вот бы ты был моим спутником сегодня. Но сначала тебе нужно освежить дыхание. Фу. Ну что же, пора блистать. Нет, я хочу 6 пончиков в глазури с розовой посыпкой. Привет, я пришла навестить Джонни из корпуса Б. Запрещенные предметы есть? Нет, только сумка. Давай сюда, я должен осмотреть ее. Хороший цвет у твоей сумки. То есть, сейчас посмотрим. Попыты? Поверить не могу. Вот же знак. С попытами нельзя. Простите, может, в порядке исключения? Не пропущу. Что же мне делать? Мои заколки. А это идея. Возьмем заколку и клей. Добавим сверху попыт, и никто не узнает. Это снова я. Ну же, давай. Ох, снова ты. Никаких попытов, я надеюсь. Честное слово. Ладно, проходим. Камера в конце слева. Отлично, спасибо. Псс. Что? Подойди, у меня кое-что есть. Что там? Лопата для подкопа? Ключ от камеры? Даже лучше. Смотри. Заколка? Да, но это необычная заколка. Что в ней такого? Попы. Оу. Оу. Круто. Время пролетит быстро. Все здесь будут мне завидовать. Спасибо. Без проблем. Постой, возьми. Еще один? Класс. Ну, я пошла. Пока. Целых 2 попыта. Да! О, кто не любит яички, особенно на завтрак? Так, приготовим яйца. Яйца? Серьезно? Звучит совсем не весело. Ну, давай хотя бы посмотрим, что там. Серьезно? 1, 2, 3, 4, 5. Так, я придумала. Опять уходят. Что же мне делать с этим челленджем? О, придумала. Только мне нужны кое-какие принадлежности. Алло? Да, доставьте как можно скорее, пожалуйста. О, а вот и они. Классно, что так быстро. Так, берем яйца, разбиваем их. И отделяем желтки от белков. А теперь заливаем белок в мое маленькое приспособление. Пора добавить пищевой краситель. Перемешаем с помощью деревянной палочки. Вот так. Красивый синий цвет. Теперь вставляем вот такую штуку, а затем крышку. Нужно все прочно закрыть для следующего шага. Кладем эту штуковину в кастрюлю с водой. Доводим воду до кипения, чтобы белки приготовились. Только они больше не белые. Я же добавила краситель. Откроем и посмотрим, что получилось. Ого, вы только посмотрите, синие! И сердечко сохранило форму. Теперь заливаем желтки. Их тоже нужно приготовить, поэтому опускаем форму обратно в кастрюлю. Думаю, достаточно. Достаем. Вот так. Да, получилось идеально. Сейчас достанем их все из формы и выложим на тарелку. Какие забавные формы и цвета. Она наверняка имела в виду такие радужные яички. Ого, какие классные. Погодите, а? Иди сюда, глупая птица.
яйца. Эй, смотрите. Мы должны были принести радужные яйца, а не птицу. Яйца? О, это я упустила. Что же, зато у меня есть эта прикольная птичка. Так, что у нас дальше? Лапша. Все любят полакомиться лапшичкой, верно? Но я, разумеется, хочу разноцветную. Радужная лапша, пожалуйста. А, радужная лапша. Не знаю, как это сделать. Что? У тебя есть идея? У меня полный ноль. Ого, он появился из ниоткуда. Посмотрим, что внутри. А, эй, тут ничего нет, пусто. О, наивное дитя, посмотри на тарелку. О, тарелка, конечно, я так и знала, что все на ней. Тут лапша быстрого приготовления. И краситель. Эй, дай сюда. Итак, у нас есть миска воды. Добавим в нее красный краситель. Вот так, вроде достаточно красная. А теперь пора добавить лапшу. Нужно все перемешать, чтобы размягчить лапшу и смешать цвет. Вы только посмотрите, лапша стала красной. Кладем ее на тарелку с лапшой других цветов. Пахнет вкусно. Что скажешь? О, что это за восхитительный аромат? О, потрясающе! Эй, лапшу не едят руками. Никуда не уходи, я принесу приборы. Фу, Нутелла! Что это там? Почему ты разбила мне сердце? Я не хотел! Ого, она как крутящийся дервиш. Это меня утомляет. Ну чего она так долго? Сколько еще ждать? Нет, не ешь лапшу руками. Ну все, лапша моя. О, эй, прекрати, она там ест лапшу. О нет, она идет. Надо взять все это и бежать. Я нашла вилки. А? Куда делась лапша? Она думает, что может спрятаться от меня. Буду следовать за лапшой. Ты меня нашла. Поверить не могу, что ты съела всю лапшу, пока меня не было. Ну, не всю, тебе там еще чуть-чуть осталось. Посмотрим, это мое облачко. Бум! И ваш следующий челлендж – радужные облака. Вкуснятина, правда? Ну, можете приступать. Что, радужные облачка – это даже не еда. Придется хорошенько поразмыслить, чтобы что-то придумать. Хватит. Неудивительно, что я не могу сосредоточиться. Так, какая у тебя идея? Тебе понравится. Видишь, можем использовать эту лампу облачка. Что? Не может быть, это ужасно. Так, а ты что придумала? Все просто, видим облако, зарканиваем и тянем вниз. А это может сработать. Так, победила эта идея. Да, думаю, из этого что-то может получиться. Осталось правильно одеться. Шлем на месте. Я готова ловить свое облачко. Увидимся. Пока. А мне что делать? Нужно что-то придумать. Уверена, мой мозг предложит мне хорошую идею. Почему тут так темно и пусто? Есть хочется. О, смотрите, на тарелке еда. Обожаю вафельные сэндвичи и пахнет так вкусно. Ой, точно, это было только у меня в голове. Секундочку. Я знаю, что делать. Разливаем тесто по разным мискам. Получится вкуснятина, я точно знаю. Мне, разумеется, нужен цвет. В этом вся фишка. Красный уже в миске. Можно его размешать. Еще сделаем синее, желтое и фиолетовое тесто. Вот так. Разноцветное тесто готово к следующему шагу. Зачерпнем немного теста и выложим его в вафельницу. Не слишком много, ведь мы делаем радужные вафли. Нужно добавить и другие цвета. Готово! Приступим к приготовлению вафель. Та-да! Сработало! Теперь добавим немного взбитых сливок. Моя радуга стоит на облачках. Добавим немного посыпки. Какая яркая тарелка! Мне нравится! Так, думаю, достаточно. Я готова. Ура! О, клянусь, я ничего великолепнее еще не делала! О, ты вернулась с охоты на облака? Ну как? Супер! Зацени мое облачко! Стой! Куда оно делось? Отстой! Ты эти радужные вафли сама сделала? Дай сюда! Поверить не могу, что ты меня не дождалась. Вкусно! Стой, это же для... О, ладно, можешь есть. Вы обе большие молодцы. Эй, вам чего? Мне это все не нравится. Я могу это исправить. Серьезно? Клади руку. Вот так. И все чисто. Ого! Ни одной не осталось. Спасибо большое. Эй, как насчет оплаты? Пузырьки, это так весело. У-у-у, так много получилось. Эй, кажется, у меня гениальная идея. Мне понадобится целая куча конфет.
И горячий воздух. Вот так растопим конфеты. Ого, смотрите, они превратились в лужицы. В одну большую разноцветную лужицу. Готово. Переходим к следующему шагу. Опускаем трубочку в растопленную конфету. Вот так. И надуваем пузырь. О, черт. Вау, сделаем еще. Маленькие конфетные пузырьки. Эй, а можно мне тоже? Спасибо. Я бы так весь день провел. Привет, как дела? Ой, у тебя есть шоколадка? Поменяемся? Нет, Скитлз! Черт, теперь они вообще повсюду. И несколько упало в попет. Ты думаешь о том же, о чем я? Погнали! Надо положить Скитлз в каждую ячейку. Сверху зальем растопленным шоколадом. Он отлично распределяется по рядам. Вот так, от одного конца до другого. Теперь ставим в морозилку ненадолго. Можно доставать! Смотри, теперь у нас конфеты внутри шоколада. Держи, это тебе. Спасибо. Как вкусно. Мы такие умные. Так-так, пора перекусить. Эй, будешь газировку? Вот это да, спасибо. Обожаю. Хорошо, что ты захватил ее с собой. О, нет! Вы что, издеваетесь? Отлично. И как мне теперь попить? Остается только смотреть. Стоп! Кажется, я знаю, что делать. Давайте ножницы! Черт, не вышло. Продолжу смотреть. Окей, новая идея. Садовые ножницы. Ну уж нет, лучше не надо. Похоже, я так и не попью. Эй, что такое? Понял. Давай сюда. Я тебе помогу. Понадобится металлическая трубочка. Потрем вот так. Серьезно? И как это мне поможет? Вуаля! Поняла? Сама открылась. Круто! Спасибо большое. За нас. Мне так хочется хлеба. Время сделать тосты. А пока начну резать масло. Ну ладно. Готово? Идеально поджарились. О, а теперь намажем масло. Мне нравится, когда его побольше. Но почему оно прилипает к ножу? Эй! Прекрати это, ладно? Бесполезно! Отлипни! Так, спокойно. Ну все, раз не хочешь по-хорошему, поехали! Эмма, что ты делаешь? Меня это достало. И режем! Вот так! Ух ты! Впечатляет! Не отлипло. Еще раз. Еще одно яблоко? Потрясающе! Давай теперь киви и апельсин. Кто заказывал фруктовый салат? Момент, и свежие кусочки летят к вам. Кидай еще! Я! Серьезно? Что не так с этим маслом? Я знаю, что делать. Оберните лезвие вощеной бумагой, и масло не будет прилипать. Аккуратные кусочки готовы. Осталось только взять подходящий контейнер. Кладем масло на хлеб и без труда намазываем. Твое здоровье! А теперь добавляем муку. Есть вопросы? Не спать, ребята! Да, сэр. Отлично. Теперь глядите внимательно. Видите вот это? Вам нужно сделать такие же. Быстро за работу. Ну, хорошо, приступим.
Постойте, что дальше? Я не следую рецептам. Я просто добавляю все, что мне по нраву. Прошу прощения, так не пойдет. А думаешь? Уверена, я смогу подглядеть. О нет, его стакан. Держу, держу. Есть. Кто-нибудь это видел? Оставлю у себя. Может, даже использую. Сперва надо все подготовить. Теперь берем стакан и вуаля. А сейчас самое прикольное. Обмакнем это в яйцо и муку. Еще немножко. А теперь обжарим. Глядите, как классно выходит. Теперь режем и наслаждаемся сочетанием мяса и сыра. Не забудем про приправы. Эй, у меня все готово. И заканчиваем. А? Что это такое? Белиссимо! Невероятно! Ну, что сказать, у меня талант. Все еще работаешь, Лиам? В следующий раз сделаю про запас. Этой штуки нет в учебнике. Интересно. Эмма, эй, погляди-ка. Твои любимые вкусняшки. Нет, это или это. Ну, думаю, я здесь весь день проведу. Маршмеллоу. Шоколад. Уже почти время ужина. Что у тебя в руках? Это ничего, честно. Попыт? Нет. Посмотри. Дай сюда. Так нечестно. Отдам после урока. Заходи. Здрасте. Здравствуй. Надеюсь, ты не взял с собой дурацкие попыты? Только блокнотик. Какой-то странный блокнот. Открой его. Ладно. Видите, только скучные формулы. Молодец. Только вот формулы не скучные, запомни. Да, спасибо. Да! Чему ты радуешься? Уроку? Да нет, вот этому. Это же просто блокнот. Присмотрись. Открываешь? А это попыт. Здорово, да? Очень. Я тоже хочу. Как ты его сделал? Расскажу по секрету. Сначала возьмем картон. Положим на него попыт и обведем. Вырежем круг, повторим то же самое с обычной бумагой. Положим бумагу на картон, добавим попыт и еще бумагу сверху. И, наконец, скрепим их вместе. Получился блокнот с маленьким секретом. Учительница ни за что не догадается. Поиграй. Можно? Спасибо. Лучше, чем математика. Это точно. Еще чуть-чуть. Иду на рекорд. Ну же, еще немного. Нет, нечестно. В этом доме нельзя себя так вести, молодой человек. Хватит, слышишь меня? Прости, мам. Попыт меня успокоит. Как здорово. Ладно, вернусь к игре. Вот оно. Я не чувствую. Что? Нет, опять. Хватит! Что я тебе сказала? Достаточно! Упс! Какой бардак! Знаю! Мой попыт! И это возьму! Должно сработать! Разрежем попыт на полоски. Теперь снимем кнопки с клавиатуры. И положим на их место кусочки попыта. А? Что это? Попробуй. Клавиатура больше не сломается. Ладно. О, здорово! Спасибо, мам! Теперь я точно иду на рекорд. А я могу спокойно почитать.
Пахнет вкусно. Кажется, готово. Идеальная яичница. Люблю свой попыт. Угощайся, милый. Сейчас, мам. Я все удоготовила тебе завтрак. Ешь давай. А это я заберу. Мой попыт. Ешь. Ну и ладно. У меня есть кое-что получше. Ну уж нет. Поп-тьюб — это весело. Давай сюда. И остальное. Ладно. Где ты все это прячешь? Теперь ешь яичницу. Теперь ешь яичницу. Она похожа на попыт. Вырежем две формы яичницы из бумаги. А теперь возьмем желтый пластилин. Сделаем желток, облепив пластилин вокруг шарика для пинг-понга. Вот так. Положим эту штуку на бумажную яичницу. Нанесем клей по краям бумаги. Сверху прижмем второй слой яичницы. Очень похоже на настоящее яйцо. Пока мама не видит, можно подменить. Ха-ха, прямо как попыт. Ну, как твой завтрак? Вкуснотища, мам. О, очень мило. Доедай, дорогой. Лучший завтрак в мире. Шоу вот-вот начнется, включай. О, я ее обожаю. Она лучший радужный единорог в мире. Итак, дорогие друзья, готовы приступить к готовке? Будем использовать розовый цвет. Покажите, что у вас есть. Хорошо, что мы обыскали весь дом на розовые продукты. Выглядит супер. Еще нам понадобится синий. Есть у вас синие продукты? Да, так и знала, что она сегодня выберет синий. Синие закуски у меня готовы. И у меня тоже. Отлично. Отличный. Так, какой следующий цвет? Оранжевый. У вас есть что-нибудь оранжевого цвета? Куча всего, закуски и напитки. Отличная работа. Мы собрали все, что нужно. Браво. Отличная коллекция радужных продуктов. Сейчас мы будем делать самые радужные в мире блюда. А? Что происходит с нашими продуктами и с нами? Божечки, где это мы? Посмотри на нас. Не может быть, мы в телеке с нашей единорожкой. Привет, привет. Надеюсь, вы готовы к моему вызову. Божечки, я бы не отказалась от пончика. Ну, радужные пончики куда лучше, не так ли? Божечки, кажется, это наш самый первый челлендж. Я знаю, что делать. Погоди-ка. Что? Вечно ты у меня таскаешь вещи. Ого, ты уже замешиваешь тесто? Ага, именно. Я же мастер выпечки. Сейчас залью тесто в стакан. Думаю, хватит. Теперь добавим краситель. Начнем с синего. Теперь достанем это из стакана. И начнем жмакать мешочек, чтобы смешать цвет. Отлично! Берем форму для пончика и заливаем разные цвета. Получится так красиво, я уверена. Заполняем все формочки тестом. Добавлю немножко желтого в последнюю. Выглядит супер! Закидываем в духовку. Я сделаю все по-своему. Хорошо, что у меня есть все запасы. Мне не придется делать все с нуля. Это скучно и медленно. У меня уже есть мини-пончики, осталось их нарисовать. Так мило и красиво. Не могу выбрать любимый цвет. Еще хочу добавить немного блесток. Бумага должна сработать. Божечки, сил нет, какие они милые. Сейчас заплачу. Надо попробовать зелененький. Ай! Вуаля! Они довольно долго выпекались. Пахнут вкусно и выглядят довольно ярко. Так, какие пончики без посыпки? Достаем один и макаем его в глазурь. А затем легонько окунаем его в посыпку. Вау, какие миленькие! Мои маленькие радужные пончики. Фу, мои пончики ужасные, зубы болят. Ого, твои просто потрясающие! Вы арестованы за незаконное проникновение. Стоп, чувствуете? Ага, пахнет вкусно. Погодите, она ушла? Пора выбираться.
Это где-то недалеко. Запах идет от этого столика. Упс, лучше спрячусь ненадолго. Одна из вас здесь что-то натворила, не так ли? Ладно, сознаюсь, это я ограбила сокровищницу. Вам лучше меня забрать. Что за... У нее правда в карманах было это золото и деньги? Эти пончики сделал определенный гений. Божечки, как вкусно! Лучшие пончики в моей жизни! Эй, что это там у вас? Ой, ничего. Уберу-ка я это. Ну, как скажете. Какие вкусные пончики! Ага, я пока тут посижу. Блин, чуть не попалась. Ух ты, смотрите! Это кто, Элли? Где она нашла такой костюм из попитов? Нравится? Это эксклюзив! Знаете, как еще их можно использовать? О, да! У меня классно получается! Готово! Я весь перепачкался. Куда мне положить палитру? Туда нельзя. Положу пока сюда. А потом уберу. О, превосходно! Столько деталей. Но я бы добавила цвета. Да, вот так. Вы только что сели на тот стул? Ну да, а что такого? О, нет! Кто это сюда положил? Моя юбка! Надо было сказать. Мне нужна новая палитра. Погодите! Это может сработать. Проблема решена. Прекрасно, Мэтт! Мой попит! Теперь все на своих местах, видите? Готово. Надо поторопиться, не хочу опоздать на фильм. Умыло такой приятный запах. Какое скользкое. Да стой же ты! Куда ты летишь? Полка! Простите. Куда же ты? Это мыло? Что это было? Это еще что? Это из ванной? Что за дела, Элли? Прости. Ну, спасибо. Постой, я знаю, как это исправить. Спасибо. Эй! Доверься мне. Сначала вдавим все пупырки внутрь. После этого растопим мыло. Теперь нальем его в попит. Аккуратно заполним все части. И примерно через час мыло застынет. Теперь будет за что держаться. Круто, да? Мэтт, лови! Что там? Я добавила мылу рельефа. Теперь оно не выскальзывает. Дай потрогать. Мне нравится. И первым делом... Когда он так запачкался? Половина пупырок порвалась. Таким нельзя пользоваться. Доктор! Еще один порвался? Из-за меня. Как насчет этого? Тогда же интересней. Нет, мне страшно. Вы должны мне помочь. Кое-что я могу сделать. Как насчет этого? Это попыт моей юности. Тебе понравится? Положите вот так и возьмите любимые цвета, чтобы раскрасить точки. Ну, разве не здорово? Интересно. Стоит попробовать. Начинай! Потрясающе!
плавный переход осуществлен. Вряд ли я смогу помочь. И еще один в мусорку. Спасибо, доктор. Как здесь круто! О боже, зацени пиктограммы. Так хочется до них дотронуться. Что-то не так. Думаю, пора бежать. Вау! Что случилось? Как мы тут оказались? Сколько художественных принадлежностей. Эй, а это кто? Какой-то йети художник. Ой, привет. Кажется, он хочет, чтобы мы порисовали. А, это челлендж. Ну тогда ладно. Так, похоже, йети начинает первый раунд. Это же рыба. Окей, думаю, я справлюсь. Но с чего бы начать? Знаю. Рисуем завитушку и добавляем детали. Не забываем про чешую. И рыбка номер два. Она будет полосатая, как тигровая акула. И последняя. Она легко может спрятаться среди водорослей. Больше всего люблю раскрашивать. Что у него там? Еще раз посмотрю. О нет, время вышло. Мне бы еще секундочку. А, он меня заморозил. Вау, надо было слушаться йети. Я, кстати, закончил. Нарисовал и раскрасил трех рыбок. А? Он наколдовал мне рыбу. Настоящую. И что мне с ней делать? Не буду я ее есть. Ого, эй, она превратилась в суши. От такого я не откажусь. А вот и палочки, и все такое. Попробуем. Какие свежие. Ах да, Наоми все еще во льду. Как насчет нее? О, ну наконец-то, я так замерзла. Эй, угощайся суши. Спасибо, Томас, с удовольствием. Интересно, что мы рисуем дальше? Ого, цветочек. Ну все, поехали. Это сложнее, чем рыбки. Какой цвет подойдет? Он такой розовый, красивый. Дошло, вот и решение. Берем вот этот цвет. Черный. Теперь я готов запечатлеть цветок. Не знаю, что он задумал, но выглядит странно. У меня точно получится цветок. Рисуем один лепесток за раз. Теперь внутренний слой. Так здорово выходит. Готово. Намного проще рыбы. О, время вышло. Вот мой рисунок. Я нарисовал все эмоции, которые ощутил, когда посмотрел на цветок. А вот мой цветок йети. О, круто! Йети он понравился больше. Какой же он красивый. Пора перекусить. Скорее бы увидеть, что дальше. Да ладно, аппетитный бургер. Черт, а это сложно. Надо сначала измерить. Да, не получается. Знаю, линейка поможет. Окей, я все измерил. И чем же рисовать? Нельзя ошибиться в выборе. О, время кончается. Возьму цветной карандаш. Лучший выбор здесь, мелкие. Вот и булочка. Переходим к кетчупу, салату и горчице. Не забудем про котлетку.
и нижняя булочка. Вау, получилось здорово! О, нет, мне не хватило времени. Это все, что я успел. Йети, смотри, как тебе? Да, кажется, ему понравилось. Вау! Но стойте, бургер же во льду. И как мне есть этот кубик льда? Твой бургер в куске льда. Интересно, что он приготовил на этот раз? Да, пицца, ну конечно. Это намного проще. Надо выбрать удачный пример. То, что надо. Обведем форму. Так, я буду рисовать этим фломастером. Придумал. Вот так. Пицца. Кажется, чего-то не хватает. О, а что если сделать так? Просто соединяем буквы здесь и здесь. Добавляем начинку и раскрашиваем. Надеюсь, я выиграю. Есть охота. Переходим к желтому сыру. А вот и пепперони. Ой, время вышло. Йети хочет посмотреть. О нет, я только начала. Вот мое, но я не закончила. А вот мое, Йети. Надеюсь, тебе понравится. Да, я победил. Пицца моя. Вау, какая огромная. Сложу ее пополам. Вау, как аппетитно. Приступим. Вау, Томас, вот это да. А вот и следующий раунд. Идеальный розовый пончик. Этот раунд у меня в кармане. Нет, не то. Начну заново. О, как же сложно нарисовать круг. А если обвести баночку с краской? Так, размер подойдет. Нет, маловато будет. Минуточку, я знаю, что делать. Обведу кулак. О чем я вообще думал? Он же не круглый. Эй, зато голова круглая. Это точно сработает. Вау. Возьму бумагу в клеточку. Квадраты при желании становятся кругами. Надо найти правильные углы. Коричневым нарисую пончик, а вот и розовая глазурь. Добавим глубины, используя несколько цветов. Оставим место для глазури. Готово. Выглядит потрясающе. Ого, он говорит, время вышло. Хотя бы круг получился, да? Ну, почти. Йети, вот мой пончик. Да, ему нравится, я знала. Вау, вот и моя награда. Так классно пахнет и на вкус просто нечто. Надо было обвести чужую голову. Давай, только тихо. Не думаю, что это хорошая идея. Не время отступать. Готова? Ух ты, шоколад! Окей, иди за мной. След в след. Ты в порядке? Ну, она сказала идти за ней. Хорошо, что рука смягчила падение. Главное, что шоколад рядом. Что? Это не шоколад. Глазам не верю. Это рисунок. Ничего себе, он настоящий. Что случилось? Где мы? Гляди, все для рисования. Что ж, давай начнем рисовать. Итак, первый челлендж. Интересно, какой? О, какой
милый щеночек. Можно нам оставить его себе? Окей, у меня получится. Я видела, так делают художники. Не знаю зачем, но выглядит хорошо. Размер маловат для щенка. Стойте, я знаю, что делать. А? У меня тоже есть рука, ну и что? А, поняла, это легко. Обведем ладонь. Что ты делаешь? Главное, ей самой нравится. А я положу ладонь на бумагу вот так и обводим. А теперь сделаем, чтобы было похоже на собаку. Добавим шерстку, милые глазки и нос. И, наконец, добавим цвета. Получается здорово! Вот так, аккуратно, почти готово. Вот, такой милашка. Круто, я справилась. Назову его Лаки. Это реально впечатляет. Мне нравится мой рисунок, но это... Вау, ну ты хотя бы попыталась. Кто победил? Да! Смотри, что-то происходит. Печеньки! Так классно! Они в форме косточек. Все в собачьей тематике. Не терпится попробовать. Погоди-ка. Печенье, кость, собака. Стой! Они не для тебя. Да чего вкусные. Хочу узнать рецепт. Ух, лучше бы ты этого не делала. В чем проблема? Эти печеньки, они для щенка. О, раньше не могла мне сказать. Так тебе и надо. Эй, иди сюда, приятель. У нас для тебя вкусняшки. О, кто у нас хороший мальчик? Ты у нас хороший мальчик. Ты, наверное, проголодался? Так долго нам позировал. Умница. Вот так, давай. Это тебе. О, как интересно. Единорог. Это может быть трудно. Возьму-ка я маркеры. Даже не знаю, что же выбрать. Краски? Или маркеры? Думаю, лучше взять маркеры. Ладно, поехали. Упс! Я нечаянно, извини. Нечаянно. Ты как маленькая. Да, я помогу тебе с рисунком. Не делай так больше. Я тебя предупредила. Я сделала его лучше. О, ты вот тут пропустила. Я тебе помогу раскрасить. Это так глупо. Вот тебе. Хватит. Прекрати. Так мы никогда не закончим. Возьми еще бумаги. Хорошо, но я повернусь вот так. Я нарисую самого крутого единорога. Придумала. Е-ди-но-рог. Теперь просто нужно соединить буквы. Сделаю ему стильную прическу. Не забуду про ноги. Осталось все раскрасить. Розовый подойдет идеально. Думаю, я выиграю этот раунд. Хотелось бы мне настоящего единорога. Осталось сделать хвост. Готово. Ничего сложного. Та-дам! О, нет. Вот мой рисунок. Что ж, тоже хорошо. Молодец. Интересно, кто из нас выиграл? Ха-ха. О, я в шоке. Да, какой будет приз? Хоть бы настоящий единорог. Это тоже неплохо. Не пойдет. Слишком маленькая. Поглядим. Ага, смотрится аппетитно. Может попробовать кусочек? Она не заметит. Вот это в самый раз. Но держись. Что ты наделала? Прости, я споткнулась и попала лицом в торт. Вот, я тебе немного оставила. Глазам своим не верю. Ну, главное предложить. Ты готова к следующему челленджу? Кактус? Ты проиграешь. Сомневаюсь в этом. Начали. Тут должно быть просто. Надо восполнить энергию. Забудь про стресс. Ты и ручка одно целое. Я почти закончила. Наконец-то. Фух, зацени. Трудно заметить разницу, верно? Что это у тебя? Смотри и учись. Проводим губкой по листу сверху вниз. Используем губки поменьше для отростков. А теперь цветы. Осталось только добавить детали. Может, потом в рамку поставлю. Ну, что ты об этом думаешь? Ну, у меня тоже зеленый. Художники, тебе пока рановато.
Я знала, что выиграю. Ух ты, кактус пиньята. Как думаешь, внутри конфеты? Есть лишь один способ узнать. Надену эту повязку. Так, пора немного развлечься. Замечательно! Гляди! А? Ты что-то сказала? Куда она делась? Эй! Мне больше достанется. Что случилось? Эй! Откуда эти конфеты? У меня хорошее предчувствие. Какое разочарование. И в чем тут челлендж? Окей, что мне использовать на этот раз? Слишком большая. Нет, не подойдет. А вот это то, что нужно. Рисовать тыкву легко. Это просто оранжевый кружок. Мне нужно выиграть этот раунд. Хорошо, возьму это. Начну с боков. А теперь стебель. И раскрасим. Для лучшего эффекта надо выбрать несколько разных оттенков. Я довольна результатом. Как тебе вот это? Эй, проснись! Привет! Просыпайся! Тебе надо рисовать! Я не сплю! В чем дело? А, ну да, тыква. Ну вот, время вышло. Это все, что я успела. У тебя что-то на щеке. Правда? Где? А, краска. Тебе идет. Да, какой у нас приз? Тыквенный сок? Не люблю его. Я странно себя чувствую. Что происходит? У меня тыква вместо головы? Зато теперь не надо делать костюм на Хэллоуин. Ненавижу эту игру! Мое прелестное личико! Оно снова на месте! Извини, я так напугалась! Больше никогда это пить не буду. Эй, мне тоже не нужно. Посмотри-ка! Совсем другое дело. Поп-Ит! Пока это самый лучший раунд. Нужно сделать что-то суперское. Для начала нарисую квадрат. А потом кружочки. У меня идея получше. К счастью, я ношу с собой ксерокс. Окей, кладем тебя сюда и нажимаем на кнопку. Намного лучше, чем рисовать от руки. Как у тебя дела? Круто! Теперь осталось раскрасить. О, это будет прикольно! Нанесу вот здесь полосу красной краски, а теперь остальные цвета, прямо как радуга. Совсем как настоящий Поп-Ит. Хочется на него нажать. Неплохо, но думаю, выиграю я. Невероятно! Ура! Вы шутите? Поглядите, что у меня. Отойдите от стола, мэм. Дайте мне руку. И вторую. Не сопротивляйтесь. Использование ксерокса запрещено. Мы здесь не потерпим обмана. Извините. Да, не ожидала такого от тебя. Вау! Шоколадный Поп-Ит! Две радости в одном флаконе! Вкуснятина! Пройдемте со мной! Живее! Упс! Ну ладно! Давай нажмем на эту кнопку! Ладно! Вау! Вау! Круче и быть не может! Так классно! Ух ты! Наша одежда! И волосы! Окей, поехали! Готово? Соски? Не очень-то впечатляет. Есть идея!
Из нее выйдет колечко. Люблю побрякушки. Вкусненько. Ах, если бы оно было обручальным. О, вау, это фата. Интересно, что дальше? Дорогая, а вот и я. Это самый счастливый день в моей жизни. Я люблю тебя. Не могу на это смотреть. Я тоже хочу свадьбу. Сработало. Я выгляжу чудесно. О, ух ты. Я хочу провести всю жизнь с тобой. Ты такой милый. Я так счастлива. Бебе. А, ты серьезно? Иди сюда. Эй, это мой жених. Не смей его трогать. Леди, меня хватит на всех. Моя рубашка. Мама меня убьет. Это ты виновата. Вот, это тебе. Нет. Ау. Ну, хватит. Покончим с этим. А, с ним все в порядке. Может, стоит вызвать скорую? Что? Что случилось? О, привет, дамочки. Нет. Что-то расхотелось свадьбу. Можешь это забрать. Что ж, это было интересно. Давай уже скорее. Окей, спокойно. А? Шарики? Совсем не впечатляет. Это ведь челлендж с едой, верно? На вкус не очень. А как у тебя? Это не еда, глупая. Это труднее, чем я думала. Голова кружится. Что? И все? По крайней мере, я не пыталась его есть. А, что такое? Окей. Все равно не понимаю. О, воздушный шарик, ясно. Чувствую себя фокусником. Абракадабра! Воу! Оказывается, магия существует. Попробую его лопнуть. Вот так. Ничего себе! Смотри, это шар из желе. А, я тоже хочу такой. Надую свой шарик. Еще чуть-чуть. Да! Что такое? О, шляпа! Смотрится мило. Давай, волшебная шляпа. Банан? Нет уж, это еще кто? Да, наконец-то! Заткни уши. Вау! Как их много! Обожаю этот челлендж. Очень вкусно. Попробую свое. Да чего здорово! Каждый день бы ела. Зацени! Подумаешь. Ого, вот это прикольно. Я кое-что придумала. Нет, не то. А если так? Выдавлю прямо в рот. Вкуснятина. О, это необычно. Просто супер. Вау. Как весело. Моя очередь. Вау. Гигантская банка газировки. Мне нужна соломинка. Нет, не подойдет. Не то. Ага. Серьезно? Вот что мне нужно. Видишь? Блаженство. О, нет. Хватит. Это так противно. Извини. Ох, Тина. Интересно, что там на этот раз? Не так быстро. О-о-о. А это очень мило. Мне это нравится.
О, вау! Реально здорово! Мне нужно еще! Эй, остынь! Тебе плохо будет! Ладно, откроем. А, акула! Кто из нас самая лучшая акула? Это круто! А теперь леденец. С тобой все нормально? О, больше не могу. Пардон. Я же говорила, не спеши. Есть идейка. Вот так. Это очень удобно. Эй, это мое. Что такое? Ты похудела? О, нет. Привет. Получай. Это было странно. Ты поверила? Как ты могла? Откроем вместе? Да. Это занятно. Такая длинная. По крайней мере, Тина довольна. Но ведь это конфета. Думаю, стоит попробовать. Неплохо. Мне уже скучно. О, а что если... Эй, что? Смотри, что у меня. Песочные часы? Ну и что? О, можно устроить гонки. Будем есть сладкие веревочки без помощи рук. А, поняла. Ты готова? Начали. Ну же. Мне нужно выиграть. Время кончается. Ам-ням-ням-ням. Надо быстрее. Еще немножко. Да. Я победила. О-о-о. Ты схитрила. А вот и нет. У меня просто талант. О, приз? Для меня? Мне очень приятно. Нет! Я хочу поблагодарить маму и папу. Она такая милая. Привет! Вперед! Нет. Выглядит аппетитно. Теперь можешь посмотреть. Да! Вау! Это торт! Не терпится попробовать. Смотрится чудесно. Попробую свое. О, какое мягкое. Посыпка будет, кстати. Ха, очень мило. Так еще вкуснее. Такое легкое. Интересно. Мне нужно подкрасить губы. Не забудем про посыпку. Как я выгляжу? Роскошно, да? Эй, погляди на меня! И ничего нет! Ха! Ух ты! Это натолкнуло меня на мысль! Синяя помада, да! Здорово смотрится! Еще и вкусно! Ха-ха! Это что-то новенькое! Нам с тобой надо поговорить о макияже! Ты выглядишь уморительно! Я хочу поблагодарить всех, кто помог мне стать лучшей ученицей и получить эту награду. Я люблю вас, люблю, люблю. Ха, это школа единорогов, но довольно фантазий. А где Энни? Здесь ее вещи. Наверное, она где-то поблизости. Ха, какие смешные коты. Энни, тебе нечем заняться? Все, что мне нужно выучить, в телефоне. Ах, еще один прекрасный день. О, я так и знала, что это ты, Рози. О, это мне? Какая чудесная ученица.
Стол чист и сияет, мисс Единорог. О, как мило с твоей стороны. Но думаю, я бы сама справилась. Куда я положила... ручку? О, спасибо, Рози. Но разве она не лучшая учительница в мире? Как мне с ней повезло. О, ты такая подлиза. Что не так? Хочешь поиграть? Сейчас я у тебя выиграю. Игроки на старт. Отлично. Кто же победит? Ха, ничто не остановит мисс Единорог. Игра окончена. О, так нечестно. Хорошо, я убрала телефон. Теперь нормально? Все в порядке. Вот эта улыбка мне нравится. Он идет. Это мечта. Как дела? Ты со мной говоришь? Привет. Привет, Джейк. А? Входящее сообщение. Ха, перехвачено. А? Любовная записочка? Но Джейк будет моим. А, как грубо. Хорошо, что у меня еще много записок. Вот и они. Ха, как круто иметь быструю реакцию. Упс. А, ты об этом пожалеешь. Да? Ну давай, сразись со мной. Девчонки дерутся? Ха-ха, клёво. Игрок готовится к подаче. Готово? Удар! Ха, это все, на что ты способна? А, рука устала. А, ты проиграешь. А, я больше не могу. О, слава богу, я так устала. Я лучше сяду. А, ни один парень не стоит такого. Рози, смотри! Эва клеится к Джейку! А, как мы могли это допустить? Мир! А, мир! Классная картинка получается! Эй! У тебя своей воды нет! Хм, тут-то ты до нее не дотянешься! Так, на чем я остановилась? А? Почему она ее подвинула? А, нет проблем. Вот и я. Окунаем. Что это? А? Ладно, ты меня поймала. А, она просто невыносима. Но я знаю, что может помочь. Скотч? Готов. Попробуй теперь ухватиться за кисть. Полный стакан. Скотч не видно. Отлично. Эй, Энни, это все тебе. Ха, так-то лучше. Черт, не могу поверить. А, погоди. Смотри, что происходит из-за воды. Ты талантливее, чем ты думала. Какая текстура! Я повешу это в рамку. Очень интересно, Энни. Хочу, чтобы все это увидели. Отлично сделано. А, точно. А, у меня, кажется, нет денег. А, конфетка и все? Вау! А, другой разговор. Это лучше, чем деньги. Я конфетная богачка. Лучший день в моей жизни. Это тебе, Рози. Одна штучка? Нечестно. Разбиваем яйца и осторожно сливаем белок. Вот так. Нужно, чтобы у нас остался только желток. Видите? Все просто. Эй! А? Зацени вот это.
Не очень хорошо получилось. Вот как надо делать, Эмма. Берем зубчик чеснока и натираем им пальцы. Что он делает? А теперь настоящее волшебство. Ага. Та-да! Но как? Учебники — это сплошной обман. Да просто кулинарный лайфхак. Ну все, Лим, ученик месяца. Круто! О, не так быстро! Да! Я абсолютный чемпион! Нет! Мой леденец! Постой! Он закатился туда, верно? Не могу найти. Что? Что? Упс! Извини. Где он? Что это? Плохие дела. Я нашла твой леденец, Лем. У него что, шевелюра выросла? Я это есть не буду. Пожалуй, ты прав. Но это можно исправить. Вот. Нет! Даже не думай! Лем, ну же, погоди! Чувствую себя худшим другом на свете. Нужно хотя бы перекусить. Ну, конечно! Нарежем яблоко вот так. Окунем ломтик в йогурт. И добавим разноцветные обсыпки. Дайте чуть-чуть полежать. И вуаля! О, Лем! Вот тебе новый леденец! Забудь про эту штуку! О, круто! Давай вместе их попробуем! Он намного больше прежнего и гораздо сочнее! Как здорово, что ты сделала несколько! Они просто супер! Вау! Погляди на эту кухню! Послушай! Отличная идея! Давай! Классно! Сейчас попробую я! На старт! Внимание! Бум! Это было эпично! О, обычная белая подушка! Вот так-то лучше! Чему бы еще добавить цвета? Это будет мощно! Да! Даже бытовые вещи могут быть красивыми. И пупи, ты тоже. А как насчет радужной шляпы? Круто! Вау! Теперь моя очередь. Я всегда хотела радужные волосы. Думаешь, у нас получится с блинчиками? А? Сломалась, что ли? Дай мне попробовать. Давай! Нет, все еще коричневые. Да, похоже, батарейки сели. Погоди, есть идея. Используем мои цветные ручки. Покрасим блинчики вручную. Нет уж. У меня есть кое-что более съедобное. Просто добавим в тесто пищевой краситель. Такой шикарный оттенок красного. И отправляем на сковородку. Получилось, целая радуга. Та-да! Обошлись без магии. Ты это слышала? Что тут происходит? Кто-то приготовил мне завтрак? Никогда не видела ничего круче. Надеюсь, так будет каждое утро. Добро пожаловать на вечеринку. Теперь будем ждать гостей. Да! Хочешь пока конфеток? Но здесь только желтые. Это еще и зеленая вечеринка, Эмма. Видишь? Вот так намного лучше. Ты думаешь, что зеленый лучше? В центре должен быть желтый. Нет, зеленый. Да. Неужели? Ну, держись. Я готов к поединку. Ты в этом уверен? Подвинь свою чашу, окей? Это нечестно. Желтый — это отстой, Эмма. Нет. Погляди, что ты наделала. Что ж, нужно начинать заново. Хотя, придумала. Что если мы соединим цвета? Сперва расплавим зеленые конфеты.
Затем добавим жирных сливок. Смешаем и разольем в наклонные стаканы. Осторожно, не надо наполнять доверху. Теперь добавим следующий цвет. Заморозим, и можно подавать. Классно! У-ху! Кому хочется чего-то послаще? Десерты с лимоном и лаймом. Приятного аппетита! Они твердые. Нужно доставать вот так. Нужна ложка. Начинаем веселиться. Обожаю рисовать. Ага. Нет, ерунда какая-то. Попробую еще раз. Ну так еще хуже. Ага. Так сложно рисовать единорога. Привет, я пришла тебе помочь. Сейчас покажу, как надо. Напишем слово «единорог». Вот в чем секрет. Видишь, получается единорог. Остается только его раскрасить. Моя любимая часть. Радужная грива сейчас в тренде. Ну вот и все. Готово. Очень мило. Возьми, это тебе. Вау, спасибо. Итак, проверим тесты. Оу, как симпатично. Не жалко пятерки с плюсом. Дальше. Уф, это просто ужасно. Как неряшливо. Нужно быть аккуратнее. Будь аккуратнее. Это даже не оценка. А ведь она права. Ну да. А как ты это сделала? Это несложно. А, я понял. Сделаем единорога из бумаги. Внимательнее со сгибами. Не хочу, чтобы у меня случайно получился дракон. Или тролль. Представляете? Сгибаем аккуратно, углы загнем в кармашек. Отлично! Теперь разгладим сгибы. Все, можно украшать. Сначала нарисуем глаз. Потом сделаем радужную гриву. И рог. Готово. Так тест выглядит гораздо лучше. Вот мой тест, я все исправил. Давай посмотрим. Прекрасно. Ты заслужил высший балл. Вау! Да, пятерка с плюсом. А, еще один кусок в меня не влезет. Как раз один остался. Тогда я возьму. Но я хотела. У меня идея. Упс, я случайно. О, какая мерзость. Если так хочешь, получай. Ты как ребенок. Ты первая начала. Девочки, я не потерплю такого поведения. Довольно. Стоит ли наказать вас? Или у меня есть идея получше. Где это мы? Наша мама что, ведьма? Не обращай внимания. Торт. Крути первое. Хорошо. Огурцы? Ладно, положу один. Фу. Попробуем. Как хрустит. Отправляйся жить на торт. Смотрится здорово. Положу еще один. Надо серьезно поговорить о твоих кондитерских навыках. Над ними стоит поработать. Моя очередь. Сладкие глаза. Круто. Посмотрим. Поняла прикол? Глаза посмотрим. Я такая смешная. Начну с этого. Помогите! Помогите! О нет, что же делать? Скорую вызывать? Или маму позвать? Задыхаюсь! Знаю, наверное, больно. Ого! Прямо в серединку. Ты кое-что потеряла.
Мой торт с огурчиками испорчен. Я заберу. Выглядит отлично. Классический стиль. Ты такая странная. Я все. Моя очередь. Я так волнуюсь. Сладкая вата, да. Не так уж и плохо, а очень даже хорошо. Будет смотреться отлично, а вкусовое сочетание – вау! Обожаю сладкую вату, оставь мне немного. Теперь я? Хоть бы что-то сладкое. Перчики чили? Ох, о нет! Может, все не так уж и плохо? Ну, в смысле, может, они не очень острые? Челлендж есть челлендж. Хотя бы сочетание цветов классное. Ха, все в порядке, я просто ем сладкую вату. Даже не знаю. Одним больше, одним меньше. Да? Вот так. О нет, это плохо. Надо как-то потушить. Отойди, помощь уже здесь. Фу, какие жесткие перчики. Спасибо. Я уж думала, торт испорчен. Совсем испорчен. Да, был такой риск. Может, в этот раз ты первая? Нет, мне страшно. Давай ты. Хорошо, это всего лишь колесо. Пожалуйста, только не что-то мерзкое. Осьминог? Окей. Ты тоже это видишь? Тут кто-то заказывал вкусняшку. Наслаждайтесь. Какой липкий. Просто ужас. Надо представить, что это конфета. Не, не могу. Положу сверху. Может, огурцы перебьют вкус? Это просто кошмар. Так, а что же достанется мне? О, да, маршмеллоу! Юху! Юху! Как много! Сначала попробуем. Какой веселый челлендж! Положим вокруг первого слоя. Какая прелесть! Ла-ла-ла, я ничего не делаю. Можешь взять одну штучку, только осьминогов не предлагай. Можно я, пожалуйста, пожалуйста! Давай! Спасибо! Рыба? Окей, я готова. Перчатки есть, маска есть, пора приступать. Говорят, рыба полезная, но на торте ей не место. Это совсем невкусно. Фу, я запах отсюда чувствую, и он ужасен. Рыбка номер два. Крутану колесо, пока жду. О, S. И что это значит? Ну вот, другое дело. Опробуем этого малыша. Не может быть! Как круто! Смотри, куда стреляешь! Эй, хватит! Чуть в глаз не попало! Может, я не лучший стрелок? Да ладно? А смотрится неплохо. Мне нравится. Художественно. Если не считать осьминога. Как это раздражает. Стоп! Ничейная конфетка. Ты все-таки хорошо стреляешь. Надо больше практиковаться. Можешь смело стрелять в меня конфетами. Моя очередь. Нет, моя. Хватит, еще сломаешь. Мороженое. Это я понимаю. Обожаю. Да? Ой, да ладно, это мое. Можем поделить. Ну уж нет. Я должна заполучить мороженое. Думай. Ой, не обращай на меня внимания. Хорошая попытка. Тихонько, как ниндзя. Серьезно? Похоже, она обожает мороженое. Какая ты жадная. Это я забираю. Эй, это же мое. Крути колесо. Ну ладно, покручу. О, острый соус, отлично. Ну, мне же не обязательно выливать всю бутылку. Только капельку и все. Это слишком много. Как думаешь, на вкус сильно повлияет? Ха-ха, удачи тебе с тортом! А это я положу вот сюда, в центр. Какая красота, если убрать рыбу и чили. Последний раунд. Сыграем? Я победила. Лук. Кто вообще его сюда добавил? О, не повезло. Спасибо, наверное. Сначала порежем.
Отлично, теперь я плачу. Хорошо, что я подготовилась. Так-то лучше. Да, конфетки. Положу их на облачка сахарной ваты. Готово, как я выгляжу. Придется насыпать лук на торт. Конфетка, ты такая милая. Да, кажется, мы закончили. Выглядят тортики ужасно. А вдруг на вкус они ничего? Может, нас ждет сюрприз? Поехали! О, хуже, чем я представляла! А у меня вкусно, мне нравится. Наконец-то все это закончилось. Зачем тут таймер? Серьезно, тест по математике? Так, если три тортика – это 30, а пончик – это… Теперь я есть хочу. Один торт плюс два пончика – у меня пальцев не хватает. Давай же, сосредоточься. Почти посчитала. Что получилось? Не знаю. А у вас? Кто может сказать, что это такое? Дети? О, нет! Что? Что вы наделали? Вкусно! Сочная козявка, вкусно! Смотрите, я радуга! Ням-ням! Вы все такие гадкие! Я больше этого не вынесу, с меня хватит! Больше я не буду доброй и хорошей! А? Что-то не так! Ух ты! О! Не может быть! Продаются картины. Не упустите свой шанс. Неужели никто не ценит настоящее искусство? А как насчет вас, сэр, мисс? Я никогда не добьюсь успеха. Этого мне не хватало. А? Что это? Работа официанткой? И даже птиц берут? Это решит все мои проблемы. Добро пожаловать в команду. Отнеси эти напитки на второй столик. Хорошо, это я могу. Нужно просто идти ровно. Ой. Ты прекрасно выглядишь. Нет, что ты делаешь? Спокойно, еще немного. Я держу. Нет! Осторожно! Ты уволена! Ой! Останется синяк. Подождите, есть идея. Я стану уборщицей. Какая милая шляпка. Мне нравится. Пожелайте мне удачи. Так-то лучше. И никто на меня не давит. Я не могу все испортить. Вот, все хорошо. Фу, ну и денек. Мне нужен отдых. Наконец-то я дома. Сейчас я съем эту вкусную пиццу. А? По всему полу разбросаны перья. Погодите, там огромная птица в моей кровати. Что за... Вы с ума сошли? Вы уволены? Я могу объяснить, подождите. Вакансия в пиццерии. Мне подходит. Пицца уже в пути. Авиапочта в деле. Мы взлетели. Вау, внизу все кажется таким маленьким. Это птица? Это... А, ну да, птица. Я отлично справляюсь. Ничто меня не остановит. Откуда ты здесь взялась? Что за шум? О, мы рисуем? Поверить не могу. Вау, так круто. Боже мой. Вам нравится? Я рисовала в спешке. Извините, но я старалась изо всех сил. Это замечательно, вы приняты на работу. Дайте сюда картину. Мазки, тени. Муа! У вас талант. А я стану богатым. Люблю рисовать. Такое классное и спокойное занятие. Теперь использую светло-розовый оттенок. Так красиво.
О, мне пришло сообщение. Посмотрим. О, радужная вечеринка за городом? Отпад. Так, нужно выбрать подходящий наряд. Упс, кисточка. Ну, гардероб, что ты можешь мне предложить? О, это не пойдет. Совсем никаких красок. И что же мне делать? Я должна выглядеть радужно. Минуту. Мои краски. Тут столько оттенков. Уверена, они мне пригодятся. Да, я гений. Ну ладно, начинаем преображение. Мне понадобятся краски и кисти. Так можно красить двумя цветами сразу. Теперь подкрасим вокруг глаз. Поменяем цвета и сделаем вот так. Смотрится неплохо, но это радужная вечеринка. Нужно больше красок. Для этого нужна кисть большего размера. Окей, краски нанесены на кисть, можно рисовать. Поехали, займемся губами. Так, а теперь зеленая тушь для ресниц. Прикольно. Нужно как следует покрасить ресницы. О, идея! Покрашу еще и брови в оранжевый цвет. Заодно придадим им нужную форму. Здорово выходит. Вот так, еще немножко, готово. Пара финальных штрихов. О боже, эти маленькие голубые веснушки супер милые. Хотела бы я всегда так выглядеть. Наконец-то, зацените мой радужный макияж. А? Что это? Столько ярких огней? Воу, это радужная вечеринка. Здесь так весело. Ух ты, какой чудесный макияж. Ты сама его сделала? Просто класс. Отличный выбор для вечеринки. Так, вода вскипела. Суп скоро будет готов. А, я весь день об этом мечтал. Так вкусно. Теперь посмотрим, что по телеку. Попробую другой канал. Всем привет! Сегодня я покажу вам мой новый дом. Идем скорее. Вот моя комната для вечеринок. Здесь круглые сутки работает диджей. О, уличный диджей. Это так круто. А? Опять что-то с телевизором. Ну давай. А это мой кабинет с новым компьютером и игровыми приставками. О да, я круче всех. Чтобы отвлечься от дел, я люблю принять ванну. Вау. Горячо. А когда настает пора ложиться спать, у меня есть особое одеяло. А, не могу больше смотреть. Хотел бы я жить такой жизнью. Теперь придется отмываться от супа. Вот бы мне прикольные ванные бомбочки с пузырями. Потру себя этой жесткой губкой. Да что такое? Теперь еще и мыло уронил. Так, где же мыло? Ага, вот оно. Иди сюда. А, я все думаю о этих ярких бомбочках для ванны. Минуточку. Кажется, есть идея. Окей, возьмем пустую миску и немного пищевой соды. Насыпем чуток в миску. Вот, достаточно. Затем добавим лимонной кислоты и кокосового масла. Так будет приятнее. Теперь нужно все это хорошенько взбить. Должно получиться как-то так. Отлично. Здесь большая миска и несколько мисок поменьше. Возьмем пищевые красители, чтобы бомбочки вышли яркими. О, это труднее, чем кажется. Надо еще размешать. Достанем силиконовые формочки. Не забудем и про большую миску. Для нее особая формочка. Переложу порошок в формочки этой ложкой. Хорошо, теперь нужно добавить ярких красок. И нанесем сверху еще слой белого порошка. Вот так. Утрамбуем немножко. И добавим сверху антисептика, чтобы лучше застыло. Замечательно! Можно доставать заготовку из формочки. Готово! Пора испытать мою облачную бомбочку. Это даже круче, чем в той пирамиде. Передачи. Ведь я сделал все сам. Опустим ее в воду. Ух, классная пена и пузыри. О, круто! А вот и радужные цвета. Так приятно на это смотреть. Теперь я рад, что пролил суп. Какой чудесный день! Обожаю это шоу. Оно всегда такое смешное. О, нет, кажется, чипсы кончились. Ничего не осталось. Ни крошки. Воу, какой беспорядок. Просто смахну все с футболки. Вау, как много. Окей, ну все, теперь все чисто. Отлично, весь беспорядок переместился на пол. И что делать? Стоп, что это такое на полу? Ну и беспорядок. Быстро все убери. И за мной тоже. Что? Это же нечестно. Какая куча.
Минуточку. У меня потрясающая идея. Вот мой совок, щетка и акриловый скотч. Добавляем по кусочку на ручки. Все готово для следующего шага. Переходим к тапочкам. Прикрепляем совок на один тапок. А щетку на второй. Отлично, вот так. Теперь я готов к уборке. Итак, тапочки, приступим. Вот так. Да, получается. И не приходится постоянно наклоняться. Воу, но надо держать баланс. Я почти все уже собрал. Осторожно, аккуратно. Все, это последняя кучка мусора. Готово! На полу чисто. Это самая классная идея в моей жизни. Тапочки и щетки! Я точно могу засунуть еще одну ручку себе в нос. О-о, сегодня вам нужно будет нарисовать милую птичку. Ух ты, серьезно? Мне нравится. Это будет весело. Я начну с эскиза. Пока все хорошо. Теперь нарисую глаза и крылья. Пора раскрасить рисунок. Я хочу, чтобы птица была яркой. Ух ты, мне нравится. Я могу рисовать хоть целый день. Фиолетовый цвет идеально подходит для крыла. А лапы будут желтыми. Это будет потрясающе. Главное не выходить за контур. Клюв тоже будет желтым. Нужно быть внимательной. Для тела я использую розовый цвет. Это мне кого-то напоминает. Обожаю эти уроки. Вот и все, готово. Это сложно. Подождите, я понял. Мне понадобится линейка. Я начну с прямой линии. Очень надеюсь, что это сработает. Это будет нечто особенное. Я нарисую здесь несколько точек. Настало время добавить цвет. Я разделил свою птицу на секции. Я раскрашу каждую часть отдельно. Еще я добавил дополнительные секции вокруг птицы. Они пригодятся позже. У меня хорошее предчувствие. Все будут поражены. Тело почти готово. Теперь я могу раскрасить клюв. Не буду торопиться. Я не хочу все испортить. Я все-таки приложил столько усилий. Ха, голубые перья. Так круто. Я сделаю крыло таким же. Почти готово. Теперь можно вырезать рисунок. Пунктирные линии показывают, где нужно его сложить. Это очень облегчает задачу. Нужно просто следовать линиям. Я делаю складку. Дополнительные секции помогают птичке держаться. Еще мне нужен будет клей. Придется потрудиться еще немного. Но оно того стоит. Это последнее. Смотрите, что скажете? Надеюсь, вам понравится. О, прекрасно. Ты умница. Подождите, вы еще не видели мою птицу. Ух ты, это очень необычно, Лео. Ой, подождите, она следит за мной. Смотрит мне прямо в глаза. Это очень странно. Она не мигает. О, наверное, мне просто показалось. О, их стало больше. Они повсюду. Выхода нет, я окружена. Что? Что происходит? Что-то мне нехорошо. Мерещится всякое. Итак, вам нравится? Конечно. Я так и знал. Вот, держи леденец. О, вкуснятина, спасибо. Ой, как мне нравится. Я тоже хотела леденец. Не грусти, Лекси, бери мой. О, это так мило. Ты лучше, Лео. Очень вкусно. Бам-бам-бам. Секунду. О! Привет, дети. Заметили какие-нибудь изменения? Это вопрос с подвохом. Подождите, я знаю, вы потолстели. Нет, у меня будет ребенок. Я стану мамой. Разве это не прекрасно? Мне нужно провести расследование. Погодите, там крошечная птичка. Да, именно так. Это просто невероятно. Ку-чи-ку. Я сейчас вернусь. Я хотел поговорить с малышом. Есть идея. Мне нужна глина для лепки. Смотри, я сделаю из нее нечто особенное. Дай мне секундочку. Что это? Это птица. Дайте мне, дайте. Ух ты, как мило. У нее тоже будет малыш. Я присмотрю за ним. Молодец, Лео.
Здесь только ты и я, птичка. Устраивайся поудобнее. Это для твоих глаз. Я делаю первый надрез. Не волнуйся, я знаю, что делаю. Нужно сделать небольшой надрез. Этого достаточно. Теперь я осторожно приподниму глину. Я так и знал, там яйцо! Нужно убрать его. Осторожно, я не хочу его расколоть. Есть. Так, теперь я могу открыть яйцо. Я так нервничаю. О, это птенец, он очаровательный. Я пообещал себе, что не буду плакать. О-о. Что? Я думаю, что мой малыш скоро родится. Меня сейчас вырвет. Смотрите, это ребенок. Разве природа не удивительна? Иди сюда, малыш. Теперь ты с мамой. У него мой клюв. Я никогда не чувствовала себя такой счастливой. Ничто не может испортить этот момент. О, кажется, я погорячилась. Что? Это вкусно. Сделаю вид, что я этого не видела. Хочешь попробовать? А каким единорогом были бы вы? Напишите в комментариях. Не забудьте поделиться этим видео с друзьями и подписаться на наш канал, чтобы увидеть больше крутых роликов. Окей, время сделать лапшу рамен. Теперь берем вилку. О, здорово пахнет. Что у нас здесь? О, наверное, это твоя вилка. Ладно, мне тоже нужно что-то. Что? Все вилки распроданы? Как это может быть? Что же мне делать? Я все равно съем эту лапшу. Окей, заглянем в школу. Да, здесь столько вилок. Отлично. О, боже, откуда взялись эти дети? Нет, они берут все вилки. Я просто хочу поесть лапши. Постойте. Ну, конечно. Как я могла забыть? Есть способ решить все проблемы. Начинаем рисовать контур. Вот так. Да, чудесно выходит. Готово. Я гений. Я сделала вилку 3D-ручкой. Даже вкуснее, чем я ожидала. Вау, как скучно. Просто отстой. О, это он. Глазам своим не верю. О, ты снова опоздал. Что ж, садись на место. Он идет сюда. Надеюсь, я хорошо выгляжу. Что это? Поварской колпак? Привет, детка. Как дела? О, все хорошо. Хочешь мороженого? Я не ем фастфуд. Вау, он такой классный. Что? О, нет, я испортила одежду. Это катастрофа. Если он увидит это пятно, не бывать нашей свадьбе. Он сразу от меня убежит. И не догонишь, ведь он спортсмен. И все из-за этого пятна. Конец моим мечтам. Что же мне делать? Нет! Ну нет, нельзя этого допустить. Тут должно быть что-то, что может помочь. Моя 3D-ручка. Думаю, это подойдет. Для начала нарисуем треугольник, а теперь заполним все пустое пространство. Вот так, до самого кончика. Затем делаем диагональные линии. И в другую сторону тоже, крест-накрест. Выглядит неплохо. А теперь розовый. Закрасим внутри этого круга. Взад-вперед, взад-вперед. Очень красивый цвет. Отлично. Окей, добавим такую линию внизу. И снова сменим цвет. Добавим волнистую линию на мороженом. И продолжим закрашивать. Почти готово. Похоже на шоколад, верно? Так и хочется съесть. А сейчас добавим посыпку. Еще немного вот так. Вау, просто замечательно. И помещаем эту штучку на место пятна. Интересно, что он подумает. О, ничего себе. Она стала еще милее. Как дела? Такая классная брошка. Что? Что это такое? Я ничего не понимаю. Ах, прекрати списывать. Что мне теперь делать? Так, поглядим. Кого бы мне вызвать? Кончай прятаться за учебником. Иди к доске.
Что? Это нечестно. Вызовите меня. Итак, формула на доске. Тебе нужно сделать вещество. Можешь начать с этого. Ну давай, это же лаборатория. За работу. О, мне звонят. А ты продолжай. Я хочу видеть результат. Он думает, я смогу это сделать? Эй, пс! Возьми ту колбу. Что? Нет, не ту. Другую. В смысле, эту красную? Ну ты и тормоз. Вон ту. Постой, эту маленькую. Супер, хорошо, поняла. Это будет эпично. Думаю, мне нужно их смешать. А, что это было? Взрыв? Она реально клюнула. Что? О, нет! Я прошла его стол насквозь. Он точно это заметит. У меня большие проблемы. А, ты меня достала. Что же делать? Меня выгонят из школы. Минутку. Моя 3D-ручка. Окей, я могу все починить. Хорошо, что у меня есть подходящий цвет. Сперва нанесу длинные нити поперек дыры, а теперь в другом направлении. Только бы успеть до того, как вернется учитель. Может, он даже не увидит дыру. Еще чуть-чуть. Несколько нитей. Ага, вот так. Я закрыла дыру. Поставлю сверху эту штуку. Надо сделать вид, что все окей. Оу, ты еще здесь? Что ж, молодец, садись. О. Да, я выдержала. Конец диете. Прочь отсюда, сельдерей. Пора съесть что-нибудь повкуснее. Ха, это будет здорово. Ну, поехали. Вылью все это на лапшу. Возьмем пепперони. Как круто! И хот-доги! А теперь лапша! Обожаю! Что она делает? Надо это заснять. Вот так, поближе. Эй, стоп! Божечки, мне так жаль! Гляди, что ты сделала с моим телефоном! Вот, возьми салфетки. Неловко вышло. Эй, погоди секунду. Ну, конечно, 3D-ручка! Есть идея? Итак, берем простой телефон и чехол и 3D-ручку. Начинаем рисовать желтым цветом. Закорючки, закорючки. Тут и там. Тут совсем не нужно аккуратности. Просто заполняем вот так. Закончим последний уголок и готово. Добавим украшений для большего эффекта. Да чего же мило. И выглядит так вкусно. Та-да! Ну как тебе? Разве не здорово? Я сделала это для тебя. Вау! Спасибо большое. Так мило. Эй, хочешь поделись лапшой? Ну, как хочешь. О, у меня устала шея. Надо закончить домашнюю работу. Не могу. Посплю чуток. А ну-ка. Да, конечно. Все сходится. Эти формулы и расчеты помогут. Ага, как я могла забыть эту теорему? Ого, ты просто гений математики. Впечатляет. Еще немного вычислений. Секундочку. Да, эврика. А-а-а! Моя домашняя работа. Она испорчена. Нет. О боже, моя работа. Она промокла? О, к счастью, это был лишь сон. Эй, ты еще не доделала домашку? Воу, что за злобный взгляд? Ты на меня сердишься? Ну уж нет, я не могу рисковать. Я решу эту проблему. Берем 3D-ручку. Ты готова? Нужно перевернуть кружку вверх дном и обвести по краям. Вот так. Хорошо, еще немного. Готово. Теперь можно убрать кружку. Дальше начинаем заполнять внутри круга. Для этого можно просто водить ручкой взад-вперед. Ничего, если линии выйдут кривыми. Продолжайте, тут не нужна аккуратность. Хорошо, осталось совсем чуть-чуть. Готово. Вуаля. Я сделала крышку для кружки. Но это еще не все. Нужно добавить таких изгибов и соединить их с крышкой. Заполним этот контур, а потом сделаем еще несколько вокруг кружки. И заполним каждый вот так. Ура, получилось. Надо испытать. Здорово, крышка отлично держится. Вау, ты сама это сделала. Гляди, можно спокойно пить. А потом закрываем. Хоп. Больше никакой угрозы для домашней работы. Никаких сырых тетрадок.
Идеальный маленький блинчик. Просто изумительно. Я не хочу играть в классики. Ух ты! Чем это так вкусно пахнет? Надо пойти посмотреть. Вау! Ты испекла блинчики! Это специально для тебя. Еще немножко. Перевернем последний. Так, поденем лопаткой. Ну, давай. У лопатки отломилась ручка. Что же мне делать? Эй, придумала! Использую 3D-ручку. Начинаем рисовать. Вышла отличная форма для лопатки. Неплохо, но это еще не все. Теперь добавим формы внутри контура. Вот так. Используем другой цвет. Заполним пустые места оранжевым цветом. Но оставим внутренние овалы незакрашенными. Так, теперь делаем ручку. Круг внизу тоже не будем заполнять. Может, вот это подойдет? О, а вот и она. Мам, я сделала тебе новую лопатку. Теперь ты можешь перевернуть этот блинчик. Окей, попробуем. Чудесно! Такая удобная. Ну что ж, пора насладиться завтраком. Бананы и шоколадный сироп. Да чего аппетитно. Нет ничего лучше холодной колы в жаркий летний день. Откуда в стакане дыра? Ее только что не было. А ну-ка, постой! Получай! Я тебе это припомню, Мэнди. Да, а я ей говорю. Откуда эта машина? А? Ах, пахнет классно. Возьму-ка это. Как вкусно. Эй, в смысле? Этот кусок был для меня. Кто успел, тот и съел. Ты бываешь такой врединой. Что ж, пора немного повеселиться. Разломим на две части. И сделаем ложкой в мякоти два углубления. Теперь воткнем сюда зубочистки. Ей нравится есть мой арбуз? Посмотрим, как она оценит такую начинку. Полезай сюда, малыш. Отлично. Все готово? Джейк опять оставил арбузик без присмотра. Что? Но, Джейк, я тебе за это отомщу. Смотри, что у меня. Привет! А? Почему он не берет телефон? Что? Джейк? Он уснул? Эй! Проснись! Это что, взбитые сливки? Сделаем вот так. Еще немножко. Щекотка. Что происходит? Взбитые сливки? Ты помнишь про вечеринку? А, ага, я мигом.
Видите вот это? Как по-вашему, что будет, если соединить магниты и воду? Магниты и вода? А что тут такого? Есть идеи? Давай попробуем. Надвигается шторм! Тебе виднее, Джейк. Ты уверен? Да, да. Попробуем вот так. Ну же! По-моему, не сработало. Ну как же так? Ага. Минуточку. Есть идея. Эй, держи руку вот здесь. Окей. Посмотрим, что будет теперь. Кажется, что-то происходит. Магниты тянут воду вниз. Смотри! Да, это выглядит очень круто. Я и не знала, что магниты действуют на воду. А вот и твой идеальный шторм. Неплохо. Ага. Ух, не так уж и сложно. Верно. Думаете, что знаете о воде все? Пора как следует размять мозги. Что будет, если соединить все эти вещи? И что же нам с этим делать? Придется что-то придумать. Какие большие бутылки. Трудная задачка. А что если вот так? Нет, не знаю. О, вау! Такие мягкие! Приветик! Это поможет? Вряд ли. Постой! Дай мне бутылку. Хорошо. Сперва поместим сюда шарики. Прямо как дождик из радуги. Что? Вот так. Теперь нальем в бутылки воды. Окей. Осторожнее, не разлей. Что-то явно происходит. Готово. Моя карта. Кладем карту вот сюда. И переворачиваем. У тебя классно получается. Вау. А теперь что? Теперь время магии. Ну, поехали. Да, мой план отлично сработал. Видишь? Ух ты, они словно танцуют. Глазам не верю. Удивительно. Да уж. Здорово. Эй, в чем дело? Ты где? Ой, извини, скоро буду. О, нет. Все эти краски. А я весь в белом. Они меня точно не пустят. Вот досада. Плохие дела. Постой. Эй, это ты? Ты меня видишь? Нужно что-то делать, и побыстрее. Я могу где-то спрятаться. О, мусорный бак, полный отстой, но другого выбора нет. Ну ладно, полезем в помои. Ха, наверное, показалось. О, чуть не спалился, она меня не заметила. О, как здесь противно. Ау, что такое? Конец моей карьере художника. А, что это здесь? Не может быть, блестки.
Окей, берем лоток и высыпаем в него блестки. Красный цвет такой чудесный. Сделаем вот такую линию. Теперь немного золотых блесток. Вот так, насыплю побольше. Третий цвет зеленый. Изумительно. А теперь остальные. Прижму свою ладонь к этому великолепию. О, классно. Так сверкает и переливается. Ладно, пора выбираться отсюда. О, но сперва ладони. Да, эти прикольные очки завершат мой имидж. Пора идти на вечеринку. Я и так опаздываю. Детка, извини, я слегка задержался. Мне пришлось так долго тебя ждать? Да, но зацени вот это. Разве не супер? Что? Ты сам это сделал? Ничего себе, впечатляет. Эй, мы готовы зажигать. Дайте-ка на вас посмотрю. Окей, проходите. Мне не терпится взглянуть на работы наших участников. Оу, а вот и первая конкурсантка с ее блюдом. Ну что ж, покажите нам свое творение. Конечно, я приготовила мой любимый банановый десерт. Что это такое? Как вы видите, я придаю особое значение сервировке. Я хотела, чтобы цвета дополняли форму лакомства. Тут просто фрукты и конфеты. Вот ваши оценки. Не может быть, вы издеваетесь? Итак, следующий конкурсант. Привет, привет. А вот и я. Рад вас всех видеть. Моя кулинарная одиссея началась еще в молодости. О да, мое блюдо, конечно. Вот оно. Мятные маршмеллоу в карамельном соусе. Что? Такое крошечное? Мне отсюда ничего не видно. О, он все еще о чем-то болтает. Как надоело. Что? Это так нечестно. О! Похоже, ничего интересного сегодня не будет. Со мной все в порядке. Но, может быть, вы просто не поняли мою задумку? Привет. Я пришел на конкурс. Ребенок? Серьезно? Разве он может быть участником? Окей, вот мое блюдо. Ого, это чудесный радужный торт. Глазам не верю. Сделать радужную глазурь очень просто. Берем глазурь разных цветов и наносим на кусок целлофана. Можно добавить столько цветов, сколько захотите. Вот так. Закончим красивым оттенком фиолетового. Теперь нужно завернуть все в пищевую пленку. Свернем покрепче, но не настолько, чтобы цвета смешались. Хорошо. Теперь отрежем кончик ножницами. Теперь можно поместить это в кулинарный пакет. Отлично. Мы готовы приступить к декору. Прекрасная радужная глазурь. Да, получилось. Так красиво смотрится. Еще немного, и все готово. Теперь нужно добавить немного в середину. Надо постараться для конкурса. Декор должен быть супер. Та-да! Зацените мой тортик. Вам нравится? Как он мог сделать такую красоту? Невероятно! Вот твои оценки. Ура! Что? Это шутка какая-то? Как такое возможно? Надеюсь, я хорошо выгляжу. Хорошо, что я помыла волосы. Давайте быстрее. Выгляжу идеально, как всегда. Я невероятно фотогенична. Оу, Алекс такой симпатичный. Как скучно. Привет, Микки. Я так волнуюсь. Ненавижу сниматься. У меня столько прыщей. И почему все они выскочили именно сегодня? Моя очередь. Можно побыстрее? Может, выйдет не так уж плохо? Да кого я пытаюсь обмануть? Они ужасны. Что же мне делать? Наконец-то. Постойте, я зубы почистила. Опять я ногти грызу. Пожую лучше этот карандаш. Ну, ладно. Минуту. Есть идея. Обгрызу немного ластик, чтобы придать нужную форму. Это то, что мне нужно. Теперь берем помаду. Нанесем помаду на ластик вот так, плотным слоем. И промокнем кожу лица. Это поможет скрыть прыщи. Потрясающая задумка. Я выгляжу так мило. Осталось сделать еще кое-что. Поправить волосы. Кажется, я готова.
Привет! Я хочу сделать фото. Снимите меня с лучшего ракурса. Шучу, я выгляжу отлично под любым углом. Вау, ты и правда супер. Садись. Без сомнения, выйдут отличные снимки. Подвинься немного. Да, хорошо. А теперь улыбайся. Такая подойдет? Идеально. Я так рада вас видеть! А, привет! Это тебе, Микки. Надеюсь, тебе понравится. Ого! Какой чудесный! Не терпится примерить. Спасибо, Лили. Смотрится круто. Ты лучше всех. Ух, какое облегчение. Нужно и Микки что-нибудь подарить. Кажется, здесь должно что-то быть. Вау! Я богата! Хотя, может и нет. Что на это можно купить? Пора заняться шопингом. О боже, какие классные! Что из этого понравится Микки? Привет! Вам помочь? У нас есть подарки для всех возрастов. Это для моей лучшей подруги. Мне нравится этот пуфит. Но он слишком дорогой. О, динозавр! Нет, тоже не пойдет. Бюджет у меня маловат. Да, я это вижу. Думаю, у меня есть решение. Вот то, что вам нужно. Ну, разве не здорово? Вау, невероятно! Дай мне это, и деньги я тоже заберу. Это было неожиданно. Вы что, издеваетесь? Все пропало. О, не печальтесь. Хотите конфеток? Я люблю конфеты. Спасибо. Хотя бы что-то хорошее. Постойте. Я придумала. Берем этих мармеладных мишек и эту круглую формочку. Вставим мармеладки в форму. Вот, это последняя. Теперь нужна эпоксидная смола. Наливаем ее поверх мармелада до самых краев формочки. Отлично! Подождем, пока смола не застынет, и достанем результат из формы. Вуаля! Уникальный браслет! Такой красочный! Очаровательно, правда? Можно идти на вечеринку. Давайте совместим рыбу и искусство. Есть вопросы? Понял. Что ты собираешься делать? Доверься мне. Надеюсь, это отмоется, Джейк. Конечно. Немножко щекотно. Теперь вот этот. Да, смотрится хорошо. Дай мне. Ух, Джейк, так классно. Да, у нас получилось. Да что с вами такое? Ладно. Окей, что же тогда? Тогда как насчет этого? А? Где мы? Кажется, это ванная. О, Джейк, я знаю, что делать. Дай сюда маркеры. Этой рыбе место в раковине. И этой тоже. Так, смотри. Рыбам нужно плавать, ведь так? Вау! Так весело, правда? Да, круто. Как насчет головастиков? Сори, я их раньше не рисовал. Счастливо поплавать, малыши! Ух ты, только посмотри на них! Так прикольно!
Да, наука — это круто. Вот еще одна зарядка для мозгов. Вы знаете ответ на этот вопрос? Без понятия. Кажется, я знаю. Рассказывай. Гляди. Ну и что? Это не работает. Хорошая попытка, Хлоя. Придумал. Сделаем вот так. Видишь этот фломастер? Достаем из него стержень. Затем продуваем его, чтобы вытекли зеленые чернила. Теперь берем любимую маску для волос и смешиваем с чернилами. Вот так, хорошенько перемешаем. Только посмотрите на эти чудесные цвета. Ну что, попробуем? Давай. Нанесем зеленую краску на эту прядь. И обернем волосы фольгой. А следующую прядь окрасим фиолетовым. И все? Нет, теперь надо подождать. Окей. Думаю, готово. Правда? Круто! Да, все получилось. Какой насыщенный цвет. Та-да! Ну как тебе? Минутку. Вау! Я прямо как принцесса радуги. Это так классно! Ты можешь на этом деньги зарабатывать? Ну, я подумаю. Пить хочется! О, да! Знаете, чем еще можно закрыть бутылку? Время пошло. Интересно. Может, салфетка поможет? Нужно просто свернуть ее. Положить на стол, сложить вот так, а затем свернуть. Видишь? Самодельная пробка готова. Вуаля, Хлоя. Проще простого. Вряд ли это сработает. Стоит перевернуть бутылку, и газировка начинает вытекать. Видишь? Не годится. Эй, ты тут все испачкала. Ага. Давай попробуем снова. Нужно заполнить бутылку доверху. Продолжаем, пока не наполнится горлышко. А теперь кладем сверху салфетку. Ты уверена? Да. Смотри. Неплохо. Ура, теперь получилось. Тут есть небольшой секрет, наклонись. Хорошо. Нельзя было без этого? Нет. Ну ладно, это было круто и реально смешно. Вау, думаешь, стоит дергать за веревку? А? Вау, все так быстро стало ярким. Но мы не жалуемся. Поехали. Мы уже готовы к пиру. Но сначала выберем цвет. Розовый никогда меня не разочаровывал. Кажется, в этот раз не повезло. Я что, должна съесть все? Тут на четверых хватит. А блинчики вообще с этим сочетаются? Поняла! Надо бы все переложить.
Так-то лучше. Так, чего-то не хватает. Растопленного шоколада, конечно. Как будто дождик. Дождик из розового шоколада. И последний штрих. Посыпка. Вау, вы только посмотрите на это. Но остался один вопрос. Это так же круто на вкус, как и на вид? Не забывай дышать, Тина. Пора пробовать. Мне бы не помешало расчесаться. Минуточку. Это еще что? Какая красота! Луна, твои волосы! Хотела сказать, моя единорожья грива. Ты такая красивая! Эй, давай меняться! Меняться? Ну давай! Зачем расчесываться, если можно есть? Что ты натворила? Что-то изменилось? Так нечестно! А чего ты ожидала? Кто будет крутить колесо? Я не моргну, Луна. И я. Видишь, не моргаю. Я больше не могу. Я так и знала. Кажется, нам выпал желтый. Вау, больше моей головы. Как вкусно. Сладенький? У меня тоже сладости. Какая забавная штука. Переворачиваем вот так и наслаждаемся. Минуточку. Воу! Эй! Ты уверена, Тина? Но зато у меня есть леденец. Лимонный. Хочу большой кусок, давай же. Точно, надо немного подогреть. Сейчас растопим, народ. Эй, стекает, видите? Сработало, можно спокойно пить, а не лизать без конца. Супер сладкий лимонад. Эй, хочешь банан? Давай ты, Тина. И обожаю синий цвет. О, это еще что? Как думаешь? А у меня что? Синие кейк-попсы. Никто же не против? Потрясающе. Стоп, что за... Записка? Что-то про бутылки с водой. Я плохо считаю. Попробуй ты. Посмотрим. Две бутылки. Ага. Одна перевернута. А, кажется, дошло. Сейчас такое будет. Окей. И... Выбираю. Это же настоящая магия. Они сами перемещаются. Все шарики ушли наверх. Как здорово! Их как будто засасывает. Настоящий синий шторм. Эй, Тина, зацени! Ого! А переверни-ка еще разок. Ничего веселее не видела. Моя очередь. Неа. Эй, ты уже много крутила. Поехали. Кажется, у нас оранжевый. И зачем вообще тут крышка? Что-то тут не так. Фанта для всех! Это ты так думаешь? Я, пожалуй, возьму эту. Упси! Это из-за меня, что ли? Эй! И как теперь открыть?
дилетант. Смотри и учись. Это просто пузырьковое великолепие. А, поняла. Просто надо взять подходящие инструменты. А вот теперь и наливаем. Бокалы намного красивее банок. Так мне больше нравится. Сделаем все красиво. Готово. Уверена, что не разобьются. Не могу насмотреться на эту красоту. А вот и последний верхний. Да будет дождь. Что может быть круче фонтана? Фонтан с фантой, конечно же. Выпьем же за стиль. Так, какой бы взять? Этот. Луна? Нет! Да! Эй, Луна, хочешь крутануть? Окей. Красный? Здорово! Вау, какой милый аппарат со жвачкой. А как жвачку достать? Моя очередь. И что это? Игрушка-клапер. Тут написано «поверни», но ничего не происходит. Эй, есть там кто-нибудь? А-а-а! Такого я не ожидала, но не расстроилась. Обожаю красные. Браво! Эй, эта штука вообще не жуется. Переверни, глупышка. Точно! Затупила! Ау! Да что с ней не так? Соберись, Тина! Крышку открой! А-а-а! Столько всего сделать надо! Как вкусно! Упс! Давай в этот раз ты, Тина! Все еще крутится? Остановится в любой момент. Стоп, но это не один цвет. Готово. Ну что, откроем? Та-да! Это же настоящее произведение искусства. Ты слышишь? Воу! Вот это классные цвета. И конфеты? Чур мое! Я первая увидела Луна. Отдай, ну же! Ну ты допросишься. Только попробуй. А, стоп! Возьмем конфетную рулетку. Хорошо, отличная идея. Готово. 3, 2, 1. Вперед! Кто победит, заберет шоколадку. Я стараюсь изо всех сил. Ну же, губы, шевелитесь. Как тебе удалось? Твой рот намного больше моего. Больше шоколада съем. Вы только гляньте на этого монстра. Как же хороша победа на вкус. Надеюсь, у тебя живот заболит. Ну что, готовы к розыгрышу? Понадобится клей и монетка. Это хорошее место. И поехали. Ха-ха. О, первая жертва, леди и джентльмены. Эй! Ха! Ну, давай. А, не могу ее поднять. О, надо это заснять. Почти получилось. Ну, давай, отклеивайся уже. Нет, в такой момент. Что? Это ты сделала? Пока. Что я вижу? Все мое.
Не получается поднять. Ну и ладно. Попробуем так. Да. А теперь поднимайся в ладошку. Сработало, Нора. И, наконец, мой суперский дневник. Здесь все мои мысли и секретики. Что это за фигня? Я не знаю, зачем ей все это. Где моя тетрадка? Вчерашние чипсы. Я о них забыла. Бинго! Вот что мне нужно. Какой беспорядок. Интересно, что у нее в тетрадке? Чего? Эй, руки прочь! Есть идея! Энни, смотри! Расслабься, окей? Посмотрим! Стрёмно! Это просто чипсы! Много чипсов! Ладно! Да ты издеваешься? Извини. Уже ничего нет. Я даже не знаю, что это такое. Училка не смотрит. Черт, я вспотела. Приветики. Как насчет этого? О, ты круче, чем я думала. Это не галстук, а золото. Простите, это что там, шпаргалка? Думаешь, ты самая умная? Что случилось? Ох, мне нужно добраться до галстука. Это плохо. Но стойте, у меня есть еще. Круто! Надо взглянуть поближе. Да, все верно. Это восьмерка? Ладно, забирайте. Нет. А это можешь прочитать? 22. Это вообще цифры? Не работает. Поняла. Лови! Кто кидается мусором? Окей, закончили контрольную. Пока все хорошо. Хорошие работы. 5 с плюсом для Энни. И для Рози тоже. Ну не классно ли? Обожаю школу единорогов! Глазам своим не верю. Попрощайся с 5. Не повезло. Это были записки для Энни.